быть, следил там, типа, в инлайн турнир вот этот смотрел. Mm-hmm. Прикольно. Вот, просто вот прикольно, что чувак, он примерно вот тоже вот... Там, старый, как мы. Области. А, нет. Не то, что старый, как вы, а знаешь, он именно, модное слово, по вайбу очень похож такой чувак. Поржать там может и такой энергичный очень. Я думаю, что это... Тяжелые условия порождают сильных людей, понимаешь? Стэтхэм. Да. Да, тебя я тоже думаю, что если я еще 2 года на острове поживу, знаешь, я уже типа тарологом стану, ёбнусь конкретно, поэтому мне нужно типа, ну, годик на Сахалине на лесопилке поработать. Я чувствую это. Да вон в Питере сейчас модно лед убирать, давай, приезжай. Лед убирать и долбить его палкой, типа? Как? Да, да, везде, везде, просто каток везде вообще. Не, лед это такое, Кирюх, вот чем бы я реально позанимался, это сосули сбивать лазером. Сосуля где-то зимой убила кого-то, да, тоже можно позбивать. Ну, сосуля это зимой убила кого-то, это я уже, типа, 20 лет такая тема. Ну, там по центру нельзя ходить, типа, когда вот эта тема, там просто пиздец с этими сосулями. Да, сосули ебанистические. Всем здорово, ребят, всем доброе утро, у Свята, у Кекса на стриме, у... Здорово. Амел Андерсон. Тоже нас смотрит наверняка. Кокос будешь? Я как-то в Таиланде, мы были 5 лет назад с Настей в Таиланде, взяли кокос, это такое говно было мыльное. Да, в Таиланде не очень кокос реально. Ну, может, попался неудачно еще. Ну, наверное, да, но это, знаешь, как кодировка, все, я не хочу больше кокос. В Таиланде он, они маленькие, такие какие-то сладенькие, что-то вообще не очень. А здесь они большие, питьевые такие, не душные. Так, ну чё, я... Докачу. Ну, я вроде тоже такой. Ну, мне раскуриться надо. Я, то есть, 2 дня заходил просто, типа, там, ролить или настраивать перса. Что-то, короче, такое. Ну, вроде нормально. Сейчас единственное, вот этот новый созвездие надо потестить будет. А, ещё батлмастер купил, Кирюх. Я решил, что батлмастер мне не помешает на выживание. Потому что дамагии нам хватает. Понял, красавчик. А я тут тестил сережку, короче, с которой бегал. Смотрю, она не работает, блин, а там репу надо докачать. Лол. Ну я 800 рубасов как закинул, блядь, как докачал. А, хорош. Во. Здесь могущество военачальника редко прокает. Так, ну давай, ставлю. Стакра на Дренниса. Боб на Дренниса. Блин, я с этими макросами из 2 на 2 вчера захожу в 3 на 3. И вечно у меня прист умирает, я жму, а у меня по макросу на пати 1, блин, на фулл хп ДК кидается. Надо мной смеются после этого. Бывает. Так, а чё? Заходишь? Ну, я не знаю, не могу нажать кнопку. Во. Здорово всем. Сейчас каску мне бафнешь, я посмотрю, сколько хп. А, ну 23 немного, да? Немного прям. Не, ну маны типа вот явно больше стало. Ну 23 это нормально, у меня в хиле 19 тысяч хп, собственно. Так, ну, это рога приз, да? Я уж не помню. ХП, да. Там что-то вроде того, что надо рядом стоять, чтобы я это... А ты, по-моему, приста бьешь, а я, типа, жду этого. Да, но ты стой так, чтобы я смог тебе фридом дать. Да. Он меня сапнул. Сейчас будет опенник по мне. Я думаю, может... Типа... За опенивание я скин сразу нажал. Тринкану кидни, тринкану. А, и блин, блядь, ладно, нормально. Ничего. Это не ошибка тринкет, реально. Жрец, тринкану. Да, убиваем его, Кирюх. Давай. Ослепление. Плащ теней. Подготовка. Исчезновение. Тучка рассеялась. Божественный гимн. Да. Спринт. Не получилось. Что-то мне не нравится, что меня сапает. Мне кажется, надо бежать их срочку. Но ты их убьешь. Ментальный крик. Область бездны. Рогу можешь бить, да? Бью его. Здорово, мужики, блядь, я паладин, ёптам, блядь.
Да, я вообще не нужен на карте, типа, за уешь. О, хорош! Аплодирую, сидя. Так я тебе предлагал раньше сразу бежать, ты говорил, говно, давай в сапе постоим. Не, думаю. Я думаю, я не знаю. Не, просто не тринкуй кинны, наверное. Если он мне не даст что-то, я сниму его, и все, и нормас должно быть. Потом я нажму массакру, потом нажму сразу сакру. Если он меня сапает, вот по нему в идеале просто хочешь ему ебануть, когда он кастует этот вампирик. Тогда меньше намного дэмэджа зайдет. Ну я старался, да. Блин, я название стрима не поменял. Вот, и это типа сильно поможет. 100%. Чувак пишет, ты сразу в форме дерева выбегай. Советы всегда топовые. У меня на доте там тоже пиздец. Хорош. Ты заходишь на арену там? Нет, Кирюх, я что, это... Тебя что, арена прокнула, что ли? Ладно, один. Это усложнение. Мне зависла. Зависла игра. Сейчас перезайду. Два фрика. Мемориал быков, да. В смысле, два фрика, а эти... Ну, блин, два ДД, блин. Завалишь, Кирилл. Я попробую свет. Сука, давайте один на один, но вылетел чел у меня по очереди, твари, блин. Ну нечестно же, ну нечестно, вылетел же он. Бля! Смотри, стоят, смотрят, я бабл выключил, они стоят. Я побеждаю. Реально? Нет. Бля. Почти одного убил. Так. Чё это? Ты готов? Я регую? А, да, я вот пытаюсь просто еще. Там разные опции есть. С Ю заходить, с Ру. И где-то пинг меньше, где-то больше. У меня пинг был 270, а вчера 200. Сегодня 270. Интересно. Здорово всем, здорово, Вайтспару, здорово всем. Ребят, извините, да, доту я нечаянно не помял. Тяжко так играть, конечно. Давай, ставь. Прокнуло? Да, да. Найс. Я, чтобы вы понимали, завтраку, я только зубы почистил. Сразу сел на работу. Правильно, правильно. Так, рога ретрак. Рога ретрак. Да, давай, я первый этот попробую снять. Угу. Это ретрак, блин. Именно, да, не прот? Да, я да. Блин, рога был передо мной, но я... Ой, этот. Пал, но я не нажал. Точнее, оно не нажалось. Сап. Потому что за доту и пал, нет, пал, да и просто вынесем ее. Да подожди, тут 2 секунды. Ну давай. Ё-моё, куда ты спешишь? Это не, все нормально, не переживай. Все, вот, блин. Пошло дело, да? У меня рога здесь. Да-да, я саб сниму. Бля, ну ладно, нормально, приехал. Ну все, я пошел на карнавал делать, блядь. Девочки, блядь, сейчас я трахню вас. Да это рога пиздец лагует, братан, это просто с ума сойти. Я у него тоже лагаю. Оп, трюкаю. Сейчас откину их. Давай. Блин, чё за лаги? Ракета. Какие-то лаги дикие вообще. У меня тоже. Мне и так лагает по дефолту всегда. У тебя так всегда, да? Не, сейчас реально, ну, типа, что-то неадекватное происходит.
Суки, задудосили, как только популярные стримеры вышли на охоту за писечками, блин, на ареновскими. Так, ну это жесть, это надо подождать чуть-чуть. Да, да. Озеро... А, озеро ледяных оков, говорят, началось. Ну там, наверное, надо чуть-чуть подождать, там, наверное, пиздец полный. Давай, давай. Посмотрите, сегодня что? А, ну сегодня воскресенье, народу сколько. Да, 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 тут даже в Долоране что-то немножко тяжко идет. Хотя Freedom не снимает, да, я так понимаю, старт? Нет. Это на ретрике снимает. Ну, да, сейчас, типа, пожить получше опции есть, потому что вот этот шакал круг я ставлю, который мне Freedom дает. А плюс я травничество билку нажимаю, который мне чуть подхиливает под пиво. Плюс батлмастер еще. Ну, типа, нормально. Ну вот если я возьму ретрика, я буду жить чуть меньше, но ты чуть больше. За счет того, что меня чаще будут играть, и я чаще буду... Короче, сейчас, если у тебя нормальный гир уже, ты распердишься, можем обратно попробовать в том билде, где я прек или ретрик. Потому что у меня будет больше флешек, больше хилок, меньше урон. Но зато у меня будет репа. Если я в хила спек, но с Кирюх мы вообще не проиграем, не рад. Да, я знаю, да. Мы просто не убьем никого и не проиграем. Мы просто будем одну арену играть 20 минут, я понимаю. Не, Кирюх, а когда мы с тобой играли, у меня был 198-й этим левел. Так у меня-то 219. Был нормальный, я ж дамажил. Я убить никого не могу, если с хилом. Это не убить, это не играется и ретрик. Просто я не дамажил. И что ты там, хилом много надамажил, да, ты это... что смеешься? Ну да, 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 ну да, ретрик такой, типа, класс, в принципе, ну... Как сказать, неполноценная, типа, сильно. Так, ну давай пробуем. Батлмастер проковываешь, да? Батлмастер это проктринкет здесь. Я был, кстати, удивлен этому. Тут разные есть, их много же. Так я. Нет, проковый только. Ну, типа, чтобы на ХП нажать. А, чтобы нажать ХП, нет, да, такой нет. Всем привет, ребят. Ну да, это его лимитирует немного, потому что. Арена прокнула, у тебя прокнула? Есть. Да. Чуваки, если вдруг кто-то знает, как юзать там типа всякие проги типа экзит лага на Сирусе, напишите, плиз, если кто-то шарит. Чтобы это работало. ДЦ рога. Это обычный православный, да? Да, да, да. Давай, давай, ну, что-то стартуешь с него, да? Я вниз пошел. Да, да, да. Бля, ну вот, блядь, я ему даю стан, он мне саб дает. Ну, я об этом и говорю. Так, ну я типа под рогу сейчас это там обдотал. Себя яда снимаю, по мне что-то хочет. Да, я пока с рогой. Я за коню рогу, за коню рогу. Давай, давай. Исчезновение. Ваниш, ну сейчас по мне пойдет, я думаю. Ну что, мы пристаи будем или кого? Или как, или рогу? Давай по. Можешь какой контроллер кидать, да? В смысле присто. Так, пока Сталин столько дал ему. Давай пристал, ладно, я нажимаюсь. Я умираю нахрен. Почему я умираю, блядь? Боб нажал тебя. Откинул рогу, откинул рогу. Подготовка. Исчезновение. Второй ваниш. Бля, пожить бы как-то. Пробуй подхилиться. Сказание. Нормально, я подхилюсь, подхилюсь, все окей. Я по роге, короче, чтобы он до тебя не дошел. Давай, делай. Бля, делай, ну делай, какой делай. Промах, ну что за промах? Я кидней тринканул, наверное. Ага. Темпоральное искажение. Ебать, вот это откидывание. Цепу не приста. Роги пида нет особо. У меня full blind. Бля, плохо. Роги стан даю. Можешь подкинуть мне? Нет. Я понял, это сдох тогда. Блять, вот этот каст бы, если бы дошел какой-то. Ну мне типа супер сложно. Не знаю, да, что-то я это. Надо по роге, наверное, играть вообще. Просто по КД контролем приставить, все нормально будет. Да. Ну типа, если рога сидит на мне, то я не уверен, что я пристал могу контролить. Надо пожить подольше просто. Да, но. Я думаю, надо катить приста и бить рогу, типа. И мне уводить рога от приста постоянно. Уже приста сисит, это габелла. Да, понятно.
Я присту, там, станчик дам тебе, бобчик, ты под бобом за этот уж потом законтролишь. Да в начале, но я отдаю стан присту, мне дают сап после этого. Я бегаю без стана, они обопанятся в меня, что за бред. Сорога тебя опанит, я думаю, ты же не сдохнешь быстро, мне надо идти станет пристав. Я вообще не сдохну, вообще не сдохну. Типа и убивать сороги клоук сразу, а потом жить просто. Уроги типа два ваниша, клоук, ну, у них ПС еще. Тут быстро не убить нормально. Типа. Да, если во мне опанится, можно сразу циклон по присту и поехали по роге. О, давай паладина все-таки. Выбьем бамбл, все это такое. Это прот, прот, не? Не прот? А, да, это прот. Давай по ДК. Давай по ДК. Брат смерчен. Я себе фридом отдал. Желтая сакра. Ну тогда я свой фридом. Лучше. Снимаем. Не снимается. Отлично, юзаю херню свою. Бог сейчас побоем дамаг ебанутый будет. Сакура. АМЗ. Незыблемость льда. Ну брод, видишь, бабля не хилится. Костяной щит. Да бля, ну что за лаги-то? Обычно вообще все прекрасно. Да, лагает. Незыблемость рассеяла судьи. Да, я не увидел, что это прот. Прота лучше не бить, конечно. Он просто прот не хилит. Если это ретрик, то лучше его, наверное. Наверное. Что он хилит. А если прота, то лучше ДК. Всем здорово, ребят. Да, с рогой, ну вот как бы надо бегать с рогой, фридом и очень помогает мне, типа, вот каждый фридом это супер большой КД для меня, потому что, типа, вот меня протянул, ты условно дал мне фридом, я его откинул, и он мне дойти уже, мне оба чела дойти до меня не могут уже. Про этого, я как его? Просто нажимаю travel форму, и я бегу по фридом, я откидываю типов, и все, это... Кто вчера покер смотрел, ребят, Настюха второе место занял в итоге в том турнире за 150. С рогой чуть сложнее, потому что у него шестится, он шестится у меня еще. Ну, против ДК я не могу тебе фридомы отдавать, потому что я тогда никогда не буду бить. Там, да, замедлен. Да, там 70% замедления. Уешное. Это ретрик или прот? По-моему, это ретрик. Сейчас попробуем. А, нет. Это прек, наверное. Короче, я по ДК. О, зеленку прожал. Я сейчас после зеленки сразу ебану в него как следует. Давай, начинаю ебурить. Чё, как дела, братан? Где селёдочка твоя? Только не говори ничего про мужа с женой, а то это... Да, хорошо. А то мне потом это, на лицо садятся. Про мужа с мужем. О, мне прислали монетку для накрутки. Кайф, кайф. Ща как крутану. Ну тогда понимаю, арены 2 минуты и все, даже быстро. Быстрее. Самая лучшая арена, Кирюх, не самая быстрая, а в той, в которой ты выигрываешь. Это Джейсон Стэтхэм. Не согласен вообще, он, видимо, не играл в арену. Блин, нет, пингуля, надо перезайти, пару сирак поменять что-то. Так, это хил. Ну, по играй, Варвар упал далеко. Играй. Я сейчас законтролю его. Он что-то там попутал немного. Заклоню. Враг в смерчи. Здесь долго, я думаю, играть надо. Смерч рассеялся. Да смы... Ну, это... Ладно. Туннель его. Вот сейчас он зайдет, его можно здесь... У меня нет молота, братан. Здесь фридом, нет? А, ну окей. Окей, я нажму сейчас, нажму. Кирюха, нажимаю. А циклон упала. Пал ушел. Давай попал. Давай. Блять, распилил всю мою пиздобратью.
Да выйди уже из фира-то, ёлопа. Я хилюсь, Кирилл. Давай. Так, он у меня ракет. У тебя что из контроля есть вообще? Есть что-то вообще? Да-да-да, стан появился. Подхилю тебя чуть-чуть. Подожди, подожди пока. Когда пара можешь лить? Я потихонечку бью. Давай стан я в циклоне попробую. Дал. Он риталу нажал. Ок. Чарзма у меня. Циклоне вара, циклоне вара. Сейчас подрыть надо. Блин, лагает что-то страшно. Да-да. Давай пала по туннелям немного. Давай-давай. В рутах. Freedom. Так, он. Бля, я не могу, у меня как будто пинг 1300. Давай, замедлил его. Стан сейчас отдам ему здесь. Давай. Окей, я нажимаю свою херню. Баблет. Так, снова по этому играем. Я законю вара, давай поживем просто. Да-да-да. Он триканул, триканул. Я его замедлил. Хочешь? Я откину сейчас. Ай, 5 секунд спустя откидывалка сработала. Бабл рассеялся, я снова играю по этому. Давай, давай. Разогреваю. Давай, у меня, доходит, у меня крылья есть, а следующий стан надо убивать его. У меня не скоро майка, да? Ой, пизда, лаги. Ну, да что, нормально, что? Нормально. Ну я бегу за ним, вот я это... его 0 урона. Я, посмотрите, я, вот, вот так ДК некоторые специально будет против меня пинг. Это просто уроды, конечно. Так, меня замедлили, я себе придумал, да. Я просто не могу кнопки на него нажимать, не знаю, так сильно подлагивает. Он меня застанил. Я ему дал стан. В воротах, все окей. Теперь. Вихрь коленков. Закрутил. Блять, лагает просто как в жопе слона, но это, наверное, из моего этого острова. Не-не-не, это что-то это. Я таких лаг вообще никогда не видел. Я не могу даже пробежать мимо доты кинуть. Кирюх, есть, так есть КД, есть КД. Да у меня, зажать прям вообще. У меня сейчас молот 10 секунд. Понял, понял. Все, сейчас как мне... получится, дам, я хуй знаю. Давай, давай, я сразу нажму свою херню. Что за ублюдство, блядь, я перед ним бегу! Стойка берсерка. Давай, Кирюха, охуярим его, блядь! Тут ебаный вар! Дизайн, дизайн. Давай, бля. Вара, 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 можно, можно убить его, можно убить его. Просто не дайте до чела. Чисто уроды на пинге, блин. Да, я тоже урод на пинге. Это... Не знаю, сервак, что ли, вага. Тебя подхиливают с конью вара. Враг смерчи. Вот у меня, вот против меня, если что, один на один выходит АДК, и они специально себе пинг 300 делают, и вот я с ними гамаю, ты бы видел как. Просто я так же бегу перед ними, это единственные люди, перед которыми я бегу, и ничего не могу так сделать. Так, давай, туннелим его, ладно, скоро у меня этот, звезды будут падать, блин, с неба. Бля, кого заебал меня бить через 10 колонн? Вихрь коленков. Крутит. Хорош, Кирюх, нажимаю. Нажимай, нажимаю. Боевая стойка. Бля, это пиздец, логодром. Давай, давай, нормально, работаем. Freedom. Сейчас у меня молот еще один будет. Давай, давай. И сейчас сайленс. Критовый, кино, пожалуйста. Стойка берсерка. Боевая стойка. Вара тоже про доту, пожалуй, если такой кипиш пошел. А как мне, а как нам выживать? Циклоне вара. Давай, хилю тебя. Лумами. Тинканул. Я бабл нажму. Сокрушительный бросок. Я хоты на тебя дал. Молод правосудие. Давай. Сейчас как сможешь влить, скажи. Будем рвать. Могу, могу. Давай в вара или вара. Что? Давай. Давай, давай. Дал стану этому паладину. Окей. Циклоне. Он меня собьёт, скорее всего. Не, не сбил, не сбил. Пошел. Сломал карнавал. ШВ, надо впало, она впало сразу. Да, 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 да. Нажал у него сайленс. Я подключу. Дал тебе. Бо-бо-бо. Чтобы. Понял. Ну так не надо, блядь. Понял, понял, понял. Дамажу, сейчас дамажу. Стан будет.
Крутит. Сколивара. Полцикл, полцикл. Я подхилюсь чуть-чуть. Мастер аура. Блять, убежал, ебать. Да мне не надо меня-то подхилить, не поебать, да. У тебя не поебать, у тебя ебнет сейчас. Какой? У меня 60%. Надо смотреть... Будущее? Надо смотреть будущее, да, да, типа. Бля, там 5% осталось. Давай, дамагаем. О, на меня некротик кинул. Лумы подкину. Так, я молот стою. Бля, почему Уар с паладином убегает от друида, блядь, баланса с хилетрика? Я в ахуе. Есть, могу влить, могу влить, сейчас, могу сейчас, влить, сейчас, могу влить. Стою. Он... Циклонь упал, циклонь упал, погоди, давай Вара, давай Вара. Работаем, жестко. Бля, сейчас попал, сейчас попал резко, резко попал. Уже второй бабовый. Вара циклонил. Давай. Я подхилю, подхилю. После бабла надо убивать его. Да, можно по туннели сейчас. Сейчас стан ну, скоро не будет. Не могу, блядь, повесить лаганных крыль, не могу, блядь. Вон, повесил, повесил, нормально. 10 станов мне. Сейчас стан ему дам. Блядь, ты можешь умереть сейчас. У тебя крутят. Пробую циклонить Вара сейчас. Дал. Тринкет. Циклоню еще. А теперь циклон по этому можешь? Нет. Так, ну я туннелю пристахи. О, этого паладина хилюсь от него. Давай, давай. Сейчас будет Starfall, и я сразу буду нажимать. Попало, наверное. Вот он плеер нажал как раз. Нажимаю. По обоим. А, я сакру нажал, чтобы мы додавили. Давай просто додавим этого урода. Да. А, не, он подхилился. Да давай, давай, у него уже демедж высокий. Надо дожить до следующего Starfall, ты просто, ну, тебя может ёбнуть сейчас, я не могу помочь. Да блин. Сейчас мы крылья нажал. Я циклонил, циклонил его. Хорош, хорош. Сейчас чар будет. Да. Все, сейчас до Starfall доживем. Просто. Да, только заранее ты говори, пожалуйста, потому что. 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Я готов ебашить прям. Святая клятва, все, надо этого него. Какая святая клятва? Сейчас ему ебач будет. Святая клятва. Давай, Кирюха, ну все, должны. По всем похрен. Бля. Ну я не знаю, я не хочу в этой арене ничего обсуждать просто. Давай, 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 продолжаем. Сейчас убьем его, Кирюха. Да, я бы дал, Саминс. Бля, да как он хилится, я не понимаю, это же пиздец. Круто. Есть Боб, Боб, Боб. Да. Откинулись. А маны немного. Да, на здоровье немного. Откидывается тоже чуть-чуть. Так, у меня есть станчик. Даю станчик, работаю просто. Мне кажется, его надо досушивать просто по мане. Я хил нажал себе, я прям в хил играю. Давай. У меня еще бабл 50 есть. Я бабл 50 себе нажал. Окей. Есть Starfall, есть Starfall. Ну, дождись молота моего, меня не убьют, по идее. Он опять святую клятву нажал. Но надо, наверное, давить. Да его надо ебашить, когда плеер. Да, 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 надо. Он... Ну все, стандал. Я нажимаю. Тринкет. Стойка берсерка. Бабу 50. Боевая стойка. Давай, Кирюха, молот ему въебаешь. Маны нет уже у меня. Просто нет маны, я типа все сделал. Бабу 50 засеялся. Пью чуть-чуть, пью чуть-чуть. Давай, пей, я постараюсь. У тебя бабл есть, нет? Нет, пока нету. Окей, я попью чуть-чуть. Циклоню Вара. Бля, да. Идти там по Вару, криты влетают. Уходи от Вара, тебя прохилится, он же чарный сейчас просто.
Еще уходи. Ты можешь покайтить просто. Я его сейчас зарутаю. Стойка берсерка. Боевая стойка. Старфол скоро будет. Катим вара просто. Они катят нас, типа. Понял. До старфола можем играть. У меня маны просто нету. Надо дожить до старфола. Есть старфол. Сейчас я нажму. Ну я не могу стан. Давай после какого-то я стан. Я понял. Я его выкину сейчас, выкину. Все, нажимаю. Все сделал, да. Это ну кинься стан ебучий! Я в фире. Боевая стойка. Ну блядь. Молот правосудия. Вихрь калидом. Они должны отдать нам победу. Они проигрывают эту арену подчистую, блядь. И чисто из этой хуйни, блин. Меня убили, блядь, за колонной. Я не знаю, что делать. Это паладин вар, это просто я, ну серьезно, это я единый. Так как при чем тут паладин вар вообще? Ты, не лагает еще все. Причем тут этот, мы их убили бы легко, блин, 100 раз уже. Я бегу перед ним на экране, не могу дать ни стан, ни сайленс, блин. Мы бы их давно-давно убили уже. Ну да, да. Да, да, это пиздец. Говорю, не надо, давай не будем эту арену обсуждать. Обсуждать что-то, паладин вар или еще что-то, блин. 583 тысячи урона, блин, бегаем это. У нас больше ляма урона, чел, типа, бегает с маной. Ну, то есть, он нажимает плею, мы должны его сразу, типа, ебашить. То есть, он нажал плею, все, сразу, все КД в него. Но как дойти до него, непонятно. Ну, я попробую сервак сменить. Давай, давай. Да это просто мы зашли поиграть, Кирюх, поэтому все сразу там это... Дудося, думаешь? Угу, да. 100%. Ну, кстати, если его получится зациклонить, святую клятву, он там высохнет реально. Да, но он бегает, нажимает холи-шок. Чувак нажимает 3 кнопки, играет на... Ну да, он... Холи-шок и убегает просто. Я не могу зациклонить, все лагает там. Хотя сейчас ты зашел, вроде нормально. Я сервак на другой поменял. Я тоже. Тут вообще все нормально жмется. Ну давай пробуем. Давай, давай, погнали. Пришел, смотри, как берут 5к, а тут опять вов. Тут берем 2к, а сейчас турнир по доте идет, а вечером берем 5к уже в доте. Вы что, чуваки, вов-арена это топ вообще, если чуть вдуматься. Еще 2 ДД. Бля, нет. Ну, пиздец. Ну ладно. Looks like мои обычные лаги, если честно. Не, обычно значит, все офигенно. Это вот у меня первый раз такое дерьмо. Не, у меня такое дерьмо. Вот единственное, против кого у меня на арене 1-1, АДК вот так себе пинка будет. Но они специально, они ставят специально. Тут же тут разные серваки есть, чтобы у людей лучше пинг был. Эти черти берут меня специально себе пинг, большой. Кирюх, я черт получается или нет? Не, ну ты-то не специально. А там люди специально, понял? Я бегаю вот точно так же. Я бегаю прям перед ним. То есть у меня на экране я перед ним бегу, и я не могу ему стан дать. Это просто там вообще кринж. Ну там ради победы люди все что угодно сделают. Ретрик. Это прот. Давай в ДК. По ДК, да? Да. Выбежишь с него зеленку, а? Ладно, давай я нажму. Сейчас по всем дамаг будет. По мне пошло? Сразу дам тебе. Патриканула на него. Желтая сакра. О, у меня боб грипнул, я так хилюсь. Ошибка, брат. Продолжай дамажить ДК. Вызывай на него шакал брел, но дополнительное. Все, я пух. У меня сайленс на секунду отдал. Сейчас откину. Пала. Откину. По тебе играет там, если чё. Подхиливает. Бог просеялся. Молот правосудия. Гнев карателя.
Сейчас поменьше вроде было, с другой стороны, ну, тяжелее заметить, когда такой файт происходит. Да. Нормально, нормально. Это X1 Soul Seeker, ребят. Играем с Дренисом, ссылка есть у нас в описании. Играем, я уже полгода играю. Если чё. С ума сойти. Когда... Нет, даже больше, мне кажется. Ты, нет, ты побольше вроде у тебя было. Да, да, да. Когда первый раз Вов пришел, я такой думаю, блин, круто играть в Вов и типа еще и рекламировать его. Думаю, нифига себе, блин. Обычно-то я играю Вов бесплатно, его никто не смотрит, а тут как бы хотя бы с бонусом. Я говорю, блин, прикольно, если бы месяца два хотя бы вместе поработали, а тут уже скоро полгода. Сейчас вот пятый месяц, по идее. Так, играть еще по кайфу, в принципе, у Фарена, как говорится. Угу. Да нет. Можно чара без неандергиринова сделать, как последние годы, когда мы играли. По-моему, всегда, когда мы играли, у нас были говночары какие-то. Лично. Любой экспаншн. Лаги бывают, но прям редко. Я говорю, у меня вот такой пиздец первый раз. В основном играю без стрима, да. Ну потому что на стриме не смотрите. Вот посмотрите, в этом сезоне у меня арен тоже уже под 1000 сыграно, потому что, да. Мне нравится. Так, это хил плюс прот. Угу. Интересно, как играть будем. Ну, давай попробуем шамана, чё. Давай, он задом входит, я циконю. Я сразу уже возьму, пожалуй, поэтому. Не спалишь? Да. Зашел, БЛ пошел. Я думаю, тут пожить можно. Шаман тринканул, бля, уже все отдано, отлично, короче. Отлично. Я просто подошел к нему, я даже ничего не делал. А, ты в жабе, бля, я не увидел, Кирюх, извини. Да, ничего страшного, я думал, ты там бегаешь, живешь где-то. Сейчас фридом дам. Не-не, а, окей-окей. Нормально меня эта хилка стравничество подхилила. Я помогаю по шаману сейчас. Да-да, на след... сейчас там будет по нему? Будешь готов? Нет-нет, но ты можешь дать, я все равно по туннелю его с тобой. Не хочешь? Я ставлю хаджет уже, пока, ну нормально. Ну, если тебя не диспелит, на тебя стати. Я откину, да-да-да, я понимаю. Дамаж просто его. Желтая сакра. Я пробую сконить шамана. Он боб, желтую сакру, он все отдал. Надо это пожить просто. Живу-живу. Радот еще шаман. Есть у меня на этот, если что. Надо сейчас молот следующий дождаться. Блить по нему, серьезно. Ждем, ждем, ждем. Я живу. Сейчас. Даю молот и вливаем. Все, нажимаю, нажимаю, нажимаю. Тринкую стан. Вот это, ну тут, да, тут. Пиво было на самом деле. Ага. Ну так, отработали, так сказать, моментик. Он, видишь, сколько сова дамажит, я ебу просто. Ты просто бегаешь там. Ты видишь это? Я тебе сразу... Прикинь, тебе бы дали кастовать стоять, там вообще жесть. Там вроде сова и лем еще смешной сетап, тоже бегают, типа, уешься. Да. Привет, категория... Сова и лем по ощущению вообще огонь. А категория в PvP не так сильно решает, как в PvE, просто у тебя пятый говорит, что полгода играешь. Так это первый этот. В смысле, это первый, сейчас у всех пятый. Даже у Свята, который, блин, вообще ничего не качал, но у него без плюсов, но пятый. На X1 это свежий сервак, именно поэтому имеет смысл на него залетать, ребята. Он не так давно открылся по меркам Вова. Всего пятый месяц, здесь ни у кого нету какой-то второй категории, еще чего-то и так далее. Здесь только Ульдуар появился. Самое то влететь, поиграть, заходите в гильдию, одобряем тоже. Мы вот недавно многие потикали. На гильдию попасть спрашивают, Кирюх. Да просто любому пишите офицеру. Но лучше не мне, но можно и мне. Так, это... Прот, наверное. Где Спрот, у него? Да. Ну давай я по ДК еду. Вон, клювожор можно писать. Желтая сакра. Он сакру, он сразу сакру нажал, подожди, не спеши. И зеленку нажал. Зеленка, о, сейчас... Кирюх, сейчас по ДК будет анал карнавала, я тебе говорю. Да-да-да, все, я давай. Я вызываю шакал бревна, готовлю его. Все, пошел. Я здесь... Похер, я тебе боб сразу я дам просто. Я выкину из этой херни. Они по тебе играют, Кирюх. Они вроде дохнут, как твари. Правда. Так, я поживу. Как он, сука, так отхиливается, блин? Крипнул меня. Кридом дал тебе. Отлично. Кирюх, сейчас прикалюшечка будет. Сейчас давай, кинуть хочу. Давай, прикалусь. Оп. Прикалусь.
А че он не скинулся? Он не знаю. Ну ладно, похер сдох. Не, чувак, который до Старфола дает зеленку, он потом, типа, просто у него там роды начинаются. Ну, он и Сакру то, что он нажал сразу. Тоже. Да, это... 400 это 3-3-5 плюс, ребят. То есть это лич, но с дополнениями. Например, здесь есть под 80 левел затюненные данжи Burning Crusade. То есть вы, например, любили Burning Crusade, но есть только 3-3-5, да, пиратки, потому что это самые популярные. Но тут вы можете, тут в итоге будет, в какой-то момент выйдет и Каражан, и ТТК, и, по-моему, Black Temple, я, ну, надо глянуть вот в этом. Да, тут много чего, Хиджал будет, да. То есть тут, по сути, затюненный контент, чтобы вы могли кому-то по кайфу, кому-то просто больше контента и так далее. Кому писать из офицеров? Вот Клювожор можно вот так вот. Уважаемый человек. Да, вот. Вот ему, ребят, пишите обязательно, качайте. Бесплатный вов. Скачали, попробовали, не понравилось, удалили. Понравилось, играете. Самое то вообще. ДЦ плюс спал. Думаю, пристану на туннелить, и мне просто паладина катит. Мне так кажется. Просто именно туннелить пристану, как... Давай. Поехавшим. Кирюха, а мне их на карте нет, это нормально? Сейчас появится, надеюсь. Понял. Все, где? Так, сейчас пал выйдет, я его зациклоню. Ну, нормально, он на меня бежит, окей. Пусть зафиряет, подойди, пусть вернется. Сап. Кирюха, я его откину, и я начинаю на карнавал, как бы здесь такая ситуация. Бабл выбили, блядь, чел, че у тебя за дэмэдж? Я ору. Ну че, ждем следующего, это заезда. Циклоню Павла пока. Давай, я туннелю этого чела. Никанул, я его откину. У них нет тринкетов, ты живешь, нормально все? Да, живу, все, не догонят. Да, ферен, но я не буду тринковать. Да, ничего, все, херня. Пришел. Так, я поставил сюда свой ковенант. Сейчас буду бегать здесь. Или как он называется-то по-православному? Бля, бьет через колонну меня. Ну просто ничего не сделать. Он бьет меня через колонну. Я застанил, к нему бежишь. Хорош. Понимаю. Короче, нажал желтую сакру, не хочу, чтобы ты сдох. Хорош. Я вот все это время его катил, то есть он не должен был меня бить. Есть дамаг, Кирюх, есть дамаг. Давай. Сейчас выйду на него, выхожу, на посадку захожу. Бля, стан тринкую. Сейчас тренет, конечно, но персон. Есть. Ну, это что-то вообще сносится на ура. Смотри, если не можешь пожить, я, по идее, могу помочь как-то там побегать. Я знаю, там, да, я по просто бегал от него, а он меня бьет, типа. Вот ну, он ситуация. Быстрее тебя бегает, если ты в сове. У паладина 15% скорость бега повышенная. То есть... Он бил через колонну меня. Ну да, я это понимаю. Да. Но у него нет интерапта, то есть тебе надо его циклонить и вообще к другой колонне бежать, по идее. У него нет интерапта, да. Ну, без хаджа. Он мне сапнуть в каст может, типа вот... Настюк, да. Потом... То же самое. А сапнуть сову он может разве? А, мне батлмастер пишет за сейвил, кек. Понятно. Кстати, да, возможно. Прикольно, что еще ману регенит вот эта штука. Платный вот тут. Ковенант или Господь Созвездие. Я, возможно, его тоже поставлю. Но у меня Сайленс, он тоже ману регенит и Сайленсит еще. Ты не хочешь второй стан просто взять? Это вообще имба, мне кажется. Не знаю. Мне кажется, с таким-то у тебя уроном я могу прега попробовать. Возможно, это лучше будет. Может быть. Энх, ёпта. Ну, я в Пала играю. В Пала, да? Да, потому что они оба хилятся, Энх хилится больше под псами особенно. Энх за циклонию. И сразу юзаю свою херню, Кирюх. Давай. А, не сразу. Снимешь один баф. Хорош. Радоту, братишку. Я на тебя даю, а то меня... Бабл, все отлично, у меня Старфоу есть, надо пожить просто. Покаяние. Я покаяние, просто стою, кайфую. А что-то там шаман что, сдался или что стоит?
Так, я даю стан Палу. Все. Ебу Палу. Габелла. Габелла, Габелла ему, отвечаю. Все это звезды упали ему на голову. Я расшимаю. И крылья тоже. Да какой донатер рейтинга, что-то там этот стоял. Ты что ракетку, сука, кидаешь? На щит тебе. Великое исцеление. Бомбик. Мозамбик, сюда. Бля, я не могу поверить, что Свят реально после вот таких арен сидит и в голове думает, бля, сейчас бы на ресторе похилить. Вообще, бля, просто такая быстрая реза. Не знаешь, какое извращение с ней. Ресторе просто именно нравится. Кайф. Ну, совет уже прикольный, когда дают вот звезды накинуть на них обоих. Когда нажал все кнопки, вот просто смотришь, знаешь, кино Майкла Бэя, что происходит на карте, тогда приятно. Нам позиционно еще бы почаще их прям на центр выманивать под Starfall, прям там вообще не убежать. Так, это хиллер. Хилл. Надо жить как-то, но на этой карте пипец тяжело жить. Ну давай я в ДК откроюсь. Я под сферкой, по идее. Он Гаргулю призвал. Я тебе сразу фридом даю. Хорош, хорош. Теряю Гаргулю. Смерч рассеялся. Стан Пало даун. Все, блин, он успел здесь спылить ее. Но я под хил печать, я нажал Старфол на дэмэдж просто. Давай, типа, давай. И птицу его убью, и Пало под дамагу. Давай резко в Пало сейчас. Да-да-да, Сайленс ему дал. Сейчас бабл будет. Я что-то умираю, правда. Боб-боб-боб-боб-боб. Хорош, хорош. Я стою, я не хочу тренковать это. Фридом. Хилюсь, хилюсь, все окей. Ой, меня тоже он скинул, а как он так делает? Волшебный поток. Братан, живи. Бля, пытаюсь. Но мне все хоты, он меня убивает просто. Пиздический дэмэдж просто, типа. Ну, не знаю, как на пихарсе жить. Можно попробовать немного, не знаю, мне подразмять этого. Короче, под Starfire вот этот, ты мне гори, я тебе сразу боб буду отдавать, потому что в 2DD все равно там урон влетает дикий. ДК дамажит столько, что просто ёбнешься. У меня сейчас было регроллс, типа 2-3 лайфблума, реджувка и... Пиздец, короче. Да, я просто тебе буду сразу боб давать, и ты будешь под ним стоять на фрикасте, паладину бабл выбьем, покайтим и так далее. И вместе. Ну вот здесь, был бы я прегом, я бы тебя выхилил. Я постоянно бы хилил. Так да, что смотри. Это разъёмно. Ну попробуем. У тебя, видишь, как бы нормальный этот урон появился, можно и в прега, по идее. Почему я не хочу прега попробовать? Почему я играю... Я 1000 часов наиграл прегом, что значит я не хочу попробовать? Так перетрак, типа, в преге или что? Я так и не понял этот спек. С одноручкой ретрик, да. Понял. Но ассистент больше, чем это. Но тут есть кому ассистировать теперь. Тут не просто ПВЕ-моль с хилом. Тут настоящий гладиатор. Блин, я тебе, по-моему, щит не перекинул прошлый. Етит, это что, почему у него 30 тысяч хп? Бля, у меня выбил. Фридом дал сразу. Нормально, я его сейчас откину, и он нахер пойдет. Он сразу вызывает Гаргулю. Да, да, отлично. Да блин, как они быстро ее это. Давай зацеплю него. ДК пока. А, о, зеленка, Кирюх. Да-да-да. Заманиваю его здесь. Хилю тебя, хилю. Сожжение маны. Сайленс? Окей, чувак, окей. Сейчас буду нажимать в ДК здесь. Я, подожди, не здесь. Он что-то понимает. Не здесь, да. Сейчас его шакал птица там кончится, это вся херня. Так а давай подождем, тут стан может быть. Можно, да. Грипнул меня. Бля. Окей, откинул его. Нажал сакру. Вообще, давай стан даю. Блять, ну какая незыблю. Я не услышал. Заморозка разума. Незыблемость рассеялась. Фридом нужен, пиздец, типа, я не могу без фридома жить, типа. Брат. Или боб, или что-то. Вот все нажал кнопки, отвечаю. Все, у меня грипнул. Откинул его. Ага, о, зеленка. Зеленка и подавление. Да, да. ИПС, да, отлично. Зеленка рассеялась. Сейчас надо нажимать, короче, мне кнопки. Это. Подавление боли рассеялось. Будет. Я ничего не могу. Нажимаю, короче, я все уже это. Я нажимаю и в приста, и во всех. Давай. Я без маны чисто. Приста. У меня маны нет, брат.
Все, у меня гриппнул. Понял. Ничего страшного. Я поживу. Блять, а просто. Да не, забей. Это так, не, так не, нельзя так выиграть вообще никак. Я тебе, если отдаю фридом, я просто стою АФК. Я не могу ничего. Я не такой паладин. Я не могу тебе фридомы отдавать. Нам надо стоять, я, если... Я в ДК не могу, то есть у нас нет контроля по присту. Так надо его стоять пиздить просто. Ты бегаешь от него, он все равно тебя пиздит, но я его не бью, и ты выходишь на приста, у тебя еще и прист пиздит. Стой просто за решеткой. Если я буду пиздить ДК, да. Он меня пиздит, и так. Типа ты представляешь, как это? Что, типа, мы его отпиздим, он убежит, конечно, естественно. Нет. Он меня ёбнет просто. Ну охуенно, а бегать с ним, пока я стою АФК, и выходить на приста, который тебе фулл диспелит и начинает дамажить, это как бы, ну, имеет смысл, правильно? Я хотя бы живу. А, ну классно, но это игра не на выживание, тут убить надо противников. Нет, если и я наношу 0 урона. Что, типа, ты чувствуешь, что игра идет не так, ты мне скажи, так что... Так я тебе говорю, я же говори, не сказал. Типа, что делать, то есть, со своей стороны, потому что... Вот говоришь, я говорю, мы должны стоять его за решеткой и в лося от приста его бить, чтобы он убегал сейчас в присту. Сейчас ты говоришь. А в моменте в игре, как бы, я нихуя, ну, типа, может, ну, мы... немного не понимаю, потому что меня перманентно ебли. Ну, я, ну, а там. Я сейчас и говорю, да, давай, все, мы хорошо. Попробовали по твоему плану. Да, говорю, да, надо да, стоять его пиздить. Да. Просто, да, я да, говорю, против ДК я не могу фридом и тебе отдавать, только если, типа, ну, я не знаю, ну, в каком случае. Он просто кидает... Просто пиздить ДК. Он просто дает какую-то эту тему, блин, и я стою в 70% замедления. У меня мана кончается, все кончается, ничего вообще не делается. Это пиздец, вот эта лужа зеленая, типа, просто по дефолту только то, что она есть, это шок. Типа, как играть-то, блядь? Я даже решифнуться не могу. О, вар. Ну, тут я не знаю. Ну, по вару, по да. По присту? Давай по присту, не? Ну, давай, сразу стану ему отдал. О, я фир, о, и мне сбивают фир. Нет, не сбивай. Я обрабатываю, представь, здесь его там, маслами. Пошел пока. Могу нажаться, если есть ну, желание, так сказать. В обоих ключ. Ну, сейчас они выйдут. Только под стан по присту, наверное. Ну да, стан. Стана пока нет. Он бегает от меня. Все, бля. Оп, дал. Ну, отлично. Сейчас будет. Блять, как стоил с меня. Стан даю. Я нажимаю, Кирюх. Поворот тоже. Вара тоже пока подразминаю и приставью. И вара тоже разминаю. Давай, вара, циконю приста. Давай. Живешь? Да, нет. Пробую. Надо пожить как-то. Надо. Пять вара просто. Гумы есть на всех. Пиртинкую. Так, ну если меня будет бить, то не страшно. Но он будет бить тебя. Сейчас фридом попробую дать. Так, мы фуловые. Чуть-чуть еще пожить, стан есть. Вара за циконю сейчас. Тринкет. Блять, как пожить? Просто невозможно пожить. Ну да, это под пристом. Какой-то, столько дэмэджа. Знаешь, он фридом снимает сразу и все, пиздарулю. Да, да, да. Я просто не могу жить столько. Я бы мог пожить себя, кстати, с пингом нормально, если бы откидывание сейчас нажал. Я нажимаю кнопку, она нажимается, типа, 2 секунды спустя. Или не нажимается вообще. Ну это не для сервака, у него пинг-чат, это он на Бали. Да, типа. Да. Не, ну нам с приста... Вообще, в принципе, паладину всегда именно с пристами тяжело, потому что он мой щит диспелит, фридом диспелит и ассистит хорошо. Типа, вар бьет меня, любой, вот, типа, он бьет меня. Я пытаюсь дойти до приста, потому что мне же не надо ему звездой поебычу дать. И, ну, типа, я не дохожу, меня просто убивает. Я дохожу, он диспелит, начинает, типа, меня, я сдохну просто так же. То есть, мне кажется, здесь некоторые игры надо играть то ли как с хилом, мне тебя хилить, типа, очень осторожно из-за колонны, тебе педалировать приста под моими дотами. Да, не забей, меня не убьет он никак вообще. Я хилю сам больше, он меня не пробивает просто. Если только прист будет стоять и фулл ДПС выдавать по мне, они вдвоем меня пробьют, понял, так? Не понял, пробьют. Понял. Это, типа, суть класса, по сути. Я вот не знаю, как, например, против ДК играть. Типа, чел нажимает одну кнопку, у него дополнительно нажимается зеленая лужа на полкарты, которая замедляет меня полностью. Надо... Вот он меня грипнул,
Ну, типа, не, ну, под грипп я могу фридом еще первое отдать, чтобы ты просто раскайтил его и потом выдал депес. Но нам все равно его просто в лос надо уводить, и в лосе уже давать пизды. Он же еще... Приз же еще доты твои диспелит. Это же тоже у тебя доты весь урон. Да не, он там... Не-не, доты он не диспелит, потому что у меня талант вроде есть. Не знаю, я на паладине всегда доты друиду диспелю. Да не, доты это не дэмэдж, это чтобы ДК убить, надо ему типа без зеленки, пока он на ФК пьет пиво, типа весь ДПС выдать, тогда может быть он умрет. Типа за ДК невозможно умереть. Так, ну вот опять они же. Да, да. Ну давай с ними сейчас попизжусь тут, посмотрим, как пойдет. Давай, я присаду за контролем вначале. Не спеши сейчас, он мне ничего пока не сделает. Я вижу, что он не дерется с тобой. На дурачка зачистый это. 27 тысяч хп у чела, ёпта мать. Да, он еще, возможно, специально это... Какой-то этот... Ну, видишь, как я хожу без этого. Че за контроль приста, Кирюх? Давай. Громовая поступь. Ну, у меня копыта стан, да. Смерч рассеялся. Сейчас притянете? Да. Даю флидом, все. Удушение. Ну, ой, сайленс отдал. Так, я дал этому. Вон, видишь, что со мной происходит? Окей, я циклоню и. Не, лагает. Не могу. Закончить. Блин, я нажал крылья. Я нажал крылья, дамажу тут. Надо что-то... Давай. Чайка пошла. Заморозка разума. Ну, типа, я бегу на приста, потому что без контроля это просто тупорылая игра, реально. Ну... Нажимаю свою херню. Все, он убежал от меня. Все, я вот во вторфоле не могу его догнать. Надо на это приста сейчас, наверное. Ну, уже... Надо бить приста, иначе мы не убьем ДК, так, мое мнение. Я умираю. Еще-то? Да, тут мы проебали уже, что мы туда, как нет, что? Не проебали, почему проебали? Все, давай бьем его. Ну, нам приста надо бить. Ну, мы не как, ну как мы приста будем бить? Давай, ты говоришь, давай по твоему плану сыграем, и все равно... Погоди, ладно, игра идет, не будем сейчас... Все, давай, вот здесь ебем этого чела, пусть он убегает к присту. Давай будем ебать этого чела, конечно. Мы 2 дд, мы не с хилом, мы нормально разъебем. Согласен, вот он подходит сам, смотри. Сейчас он подойдет, я ему отдам стан, мы можем свичнуться у него. Только мне приходится фридом отдать себе. Да ладно, приспет, я не в состоянии убить пока. Да пофигу, туннелем. Стан присту отдал. Зеленка, по присту, сайленс присту дал. О, сейчас нормально, кстати, а можно его трахнуть. Некротик есть у него? Блядь. Нет. Могу сдохнуть сейчас. Ты под сакрой должен жить. Так, они так по ДК пиздим. Давай. Бабл 50 тебе дал. Отлично, живу. Щит тебе дал. Все, сейчас стан еще будет. Блять, отдал стан, лужа, отдал это... стан престол. Хорош, я циконю. Враг смерти. Циконил на фул. Бью его. Сайленс мне, сайленс. Ну умри, сука! Хорош, ну кирюха! И чё, блядь? Киры, сидя! Ну, нормальный план, нет? Бля, еле выжили, реально. Так не надо выбегать вообще на приста, в пизду. Просто бьем его и все. Я тебе там отдаю сейвы. И убегаем приста, когда мне надо от него бежать. Я же не могу просто жить. Нет, типа, ты там один момент просто на центр арены побежал приста. Говорит, вот когда надо... То есть приз, мы в 2 дд, мы не с хилом. У тебя вот этот немного паттерн, типа, как будто мы с хилом. Он заходит, если за угол, мы ему таких люлей даем, что ему приходится сейвиться. Он не может нормально ДПСить, присту надо подходить ассистить. Прист подходит, мы ему даем стан циклон там, этот уже проседает, или прист проседает. Я не дамажу его за колонну, ты его дамажишь за колонной сам, потому что я не могу против него даже покастить нормально. Так, то и не надо, мы его подкачиваем, и там в один момент он как бы это оказывается либо в рутах, вот он в рутах стоял в итоге, ты убежал это, либо... Мне надо двигаться, чтобы жить, потому что мне за 3 глобала убивает.
Нет, двигайся, я же не запрещаю тебе двигаться, блин. Просто именно основная идея в том, что я тебе не могу отдавать фридом, и поэтому нет смысла, типа, выбегать сильно на приста, а надо именно аккуратненько за колонной под моим ассистом как-то выживать, дамажить его и заставлять его убегать из-за колонны. Да там просто женой мужик играет. Ты еще один. Ну, тут я не знаю, тут тяжело, я вообще не понимаю. Да тут... давай то же самое. Давай по вару играть, ну, типа, потом... О, ну, ладно. Пушит. Охуенный эфир. О, у меня выбил Кирюх. Такая ситуация неприятная. Ну я стан сразу отдам престол. Вар не дойдет до меня, не дойдет. Сейчас не дойдет, не дойдет. 100%. Жрец стринканул, просто живи. Окей. Пробую. Не должен дойти сейчас, здесь колонна нормальная. Да, я живу. Только у меня выпили сейчас, скорее всего. Хорошо, да, вижу. Фир? Ебать, дамаг. Откинул. Маздеспел. Ну, бро, я просто туннелю приставлю, что он без тринкета. Давай, у него фира нет, я сейчас нажму у него тоже. Давай. Во всех нажму. Ну, пиздец, еще один фир. Я это фиревик. Подавление боли рассеялось. Сейчас дам тебе фридом. Ты не представляешь, как выглядит откидывание у меня на экране. Это, ну, типа... Я сдох вот потому что... Вот просто потому что я нажал вар откидывания, он кинулся 2 секунды в другую сторону. Ну тут тяжело. Не-не, здесь нормально, надо... Здесь я могу тебе фридомы... Да, здесь я могу фридомы тебе дать, потому что он не срет лужу. Да, ребят, вводим хороводы, утренний стрим у нас. Думаю, что ты, может быть, приста будешь просто херачить, а я буду жить от вара. Просто ну, вот тупо жить от вара. Да. Тут это возможно. Я и буду по возможности давать. Ты тоже мимо меня пробегает, я иногда живу и не жмется. Понял, что это? Чтоб ты этот под фридомом был. Я лаганный китаец. Вот тут прегом, кстати, у меня бы еще репа была. Элементаль и холи паладин. Прикольно. Ну давай. У нас такой кипиш. Сразу сакру нажал. Я типа сразу попал, ужимаюсь, потому что раскурочно, так сказать. А, он бабл нажал. Сразу бабл, да. Окей. Ну, гоу полосы, может. Элементаль может сильно выдать. Ну просто ждем. Это просто, мне кажется, ДПС и типа. Да, ну мы ждем. Против центра арены, смотри, не выйди, а то он это может убить. Да, я знаю, как он убивает, типа чем именно. Сейчас подождем чай просто нет. Следующий этот прокаст. Да. У меня все есть. У меня нет пока. Еще секунд 30 точно. Элема в лоу зациклоню сейчас. Желтая сакра. Он мне шок. Он сакру отдал, они все отдали. Давай сейчас чуть-чуть это. Тотем заземления. Все тотемы сломал. Желтая сакра. Жаба. Тима. Че, я поехал, короче, братан, если честно. Да, окей. Окей, я пробую помочь. Ну тут такое, да. Фига его снесло, блин. Не, ну он просто все кнопки подряд нажал, да, там уже. Не уважает сову, понимаешь? То есть, по сути-то, они могли тоже полосать бы твой Moonfire, и все, они баблы жать сразу. Ты пришел, просто бабу нажал сразу. Блин, меня еще ни одного крита не прокнуло из обидного. Кекс еще бы с чатиком общался, а то с драником только болтает. Ребят, да особо я вот поворачиваюсь в чатик, ни вопроса, ничего нету, ни вопроса, ни совета. Особо. Я как бы надо посмотрю. Спрашивать, обязательно писать что-то, чтобы не... Это ретрик. Ретрик. Ну, по ретрику, ну, что, по давай идее. Давай сразу вару нажму просто, и все, если что, дашь мне боб, сейчас они тут выйдут. Вару? Надо ретрика. Ну, я по всем сыграю. Давай. Я по ретрику сыграю. Лос от меня. Откуда он знает, что ты с той стороны? Не знаю. Наверное, просто гений. Святая клятва. Все, я нажал Кирюх. Он меня застанил. Сейчас бабл будет. Надеюсь. Давай. Вихрь Калинков. Это прот, ебать! Но все равно он это. Я умираю, я считаю. Вихрь. Можешь меня бухнуть, я ворую. Блин, пожалуйста. Хорош. Достойка, глухая оборона. Безудержное восстановление. Боевая стойка. Что, рот умрет, нет? Да я-то живу вроде пока. Глухая оборона рассеялась.
Всех обдотал. Никанует так просто. Все врут, кстати. Чисто всех, да, уешили, как в анкераже, когда двух боссов одновременно надо было убить. Такой, типа, это... Нельзя, просто если одного убиваешь, он, типа, воскрешает через 5 секунд полностью. Да. Привет всем, ребят, привет всем. Здорово. Ох уж эти бедолаги, с которыми в жизни общается только стример. Жестко. Ребят, любому приятно, когда... Ой, блин, ну, вот... чё как бы на этой карте? Ну, на этой карте я не знаю. Можешь пристаду вынести? Ну, это тот приз, который я сразу... Я контролю приста. А, нет. Сейчас, нет. Я законтролю его. Враг в смерчи. Давай-ка я нажму сразу, раз так. Давай. Ты ж пошел, хочешь дашь престол, ладно? Не, я этому дал. Я этому дал, потому что она... Зеленка пошла. Не надо жить сейчас. Он не гриппал пока. Барскин нажал. Пошла сучка его грязная. Я ее сбил, каст. Сейчас гриппнет меня, скорее дал всего. Дал фридом, вот сейчас тебе убегай сейчас. Окей. Откину их. Не откидывается. Сейчас откину. Откинул обоих. Ну все, вот пошла сучка меня бить, типа зеленые лужи. Спамлю циклон, напробую. Спайкнул кик. Спамлю циклон. Так, я прессу стан даю. И бегу в фире. Я фире. Бля, я триканул. Я тебя тоже хилю, я тебя тоже хилю. Случайно. Не лос, да, не лос. Ладно, нормально. Не лос, не лос, фул хп. Еще дал тебе это. Может, приста потуннелись? Да-да-да, я готовлюсь. Ты у меня грипнул? Я откинул, если фридом есть, было бы заебись. Нет, тут только что давал тебе. Понятно, точно. Боб дал, все, давай приста пробовать, последние бабки. Он снял Боб. Не последние бабки, почему? Мы сейчас... Ну, я по хп этого ему это что-то... Ну, да, вижу, вижу. Все, у меня пул пир. Не-не-не, все. Пул пир. Заморозка нету, отчаяние. Отлично. Ты сокольного ДК. Не последние бабки, Кирюх, не последние. Да? Ну, у тебя бабки. Там что-то так мало хп было, я испугался. Бля, а что делать-то? Откину. Фридом. Блять, как хочется варом просто Mortal в ёбыч дать, реально. Ну, это просто не это желание, оно колоссально у меня. Давай, Кирюх, циклоню пристать, циклоню пристать. Сейчас давай, ошибаться, ошибается, братишка. Я станом продолжу. Давай. Смерч рассеялся. Пета съел. Незыблемость рассеялась. Циклоню, я нормально, я живой, если что. Брат, смерчи. Маны нет, я бы попил чуть-чуть. Пробуй, я хилюсь, нормально. Окей, пью. У меня выбил. Я зарутую сейчас лоси его. Сейчас по приступу будет стан. Давай. У меня старфол будет по нему. Стан даю. Ракета. Подавление боли. Подавление хуйни во рту. Хорош, бля, какой неприятный этот черт прям. Он даже одного вторую, ты видели меня, не бил, когда я зашел за колонну? Зеленка рассеялась. Так, брат, подхилишь мне? Ну вот, стоило одну арену проиграть, чтобы потом стать сильнее, выиграть остальные. Но все равно очень сложно, типа, я не знаю, как, ну типа, эти челы не должны проиграть в таком сетапе. На этой карте, особенно на этой карте, Кирилл, согласен. Здесь просто, ну... Я вообще не понял, куда как. Мне ходить? Ну, может, я и не зря Боб подал. Ты, там просто у тебя хп было прям 10%. Да. Я поэтому и отдал. Да, правильно. Ну как вам чат аренка? Классно, пишите свои впечатления в чате. 10 из 10 надо писать. Или вот этот вот смайлик Арольф. Желтый. Мне играть супер по кайфу, если честно. Чё бы пинг пониже, мы вообще кайфанули. Ну, я так точно. А обычно пинг... Шадо. Да. Ну чё, стоим рядом, чтобы тебе фридом дал. Но я думаю, что я тринкану скорее. Ну, блин, нет, мне нельзя тринковать, видишь, в чём проблема? А можем на него бежать просто, нет? Можем, по жёлтой сокрой. Да? Да. Я спринт нажал, давай. Бля, не успел нажать, отойди. Понял. Это сколько не рога с пула, если по тебе пойдет. Но я думаю, ты с престом сам, да? Да, вроде должен быть.
Ментальный крик. Ир? Или нет? По идее, но он прям нажимает все. Ну все нажал, он все нажал. Да-да-да. У меня же еще баба была. Он тринканул еще. Скажи, если похилить надо. Ну надо по... Рога. Бабл, ага. Бабл, да, окей. Я тебе боб дам. Погоди, погоди, пока. Давай, давай, давай. Все, папа пошел этот дамаг. Сейчас ему пиздец ему Кирюх, если он не нажмет, понял? И тебе пиздец, не хочу, да? Нет, 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 пизди, да, пизди, да, ой, да, живу, да, живу, да, блядь, брат. Сука, у обоих один хп. Ладно. Надо было массакру мне просто сразу нажать, когда я с престом даже дрался один на один. Блин, нормально, нормальный план был. Наверное. Я поэтому и говорю, что я типа, ну... Ну видишь, до этого когда... я престов нулину типа отпиздил. Тут как бы как пойдет, тут еще крит прошел, не прошел. Нормально, план нормальный. Просто сакру попробую нажать next time еще. Сразу же. Типа он тебя просаживает до 50, потом рога опенится, и это бабл, 100%. Вот что мне не нравится. Нам бы как-то вот забежать, как... Так мы их почти зауешили, бабл. Ну да, мне, да, да. Короче, мне... Не знаю, что делать надо, блин. Надо не бежать. Забежать, как бабуин, это всегда план. Я об этом раньше и говорил. Просто под желтой сакрой бежим, и все. Вот смотри, я нажал это, скорость. Но это не они. Я убрал скорость. Ну, пошел приста, короче, это дрюкать. Давай приста заедем, да. Я вару сейчас сразу достану. Сразу встану, и... да? Давай. Слушай, а я тогда нажмусь, раз такая херня. Тебе фридом сейчас дам. Фернул меня. Вроде живу, вроде нет. Подавление боли рассеялось. Нет, не живу, походу. Откинул его в стену. Нет, не откинул вообще. Сейчас откину. Ой, как откинул-то, легендарно. На тебя некротик там еще аккуратно. Угу. Что делать? Ты тоже умираешь. Не-не, я нормально же бабу сейчас. Циклон вара. Херасим, у нас диспел легендарный. Ну-ка давай по туннелям этого братишку. Да, сейчас подхилюсь. Он кого? Зафирим мои бревна. Да-да-да. Стан ему дай тут. Блин, он до сих пор в стринке там. Рекла, аккуратно. Циклон вара на фул. Циклон вроде быстренький, да. У меня сейчас старфол есть, Кирюх. У меня молот 10 секунд. Понял. Окей, окей. Сейчас тогда проработаю его. Как психолог на бале. О, бля, пошел. Ну все, я мне придется отбегать. Да, да, бегай, бегай. Я барскин нажал. Я откинул их. Он меня чаржнул. Так, я присудаю стан. Давай, нажимаю, нажимаю. Да ты ебись ты от меня, ебаный гном, блять! Извиняюсь. Давай, еби. О, Кирюх, отъебался. Давай, вара. Может быть. Фир на одну секунду. Надо пожить мне как-то, не знаю. Беги, как, беги, блядь. Беги. На вот на другой карте я бы мог пожить. Здесь ебучий гроб, и, ну ничего не сделать. Да. Я могу попробовать против них прегом сыграть. Возможно, лучше будет. Жрец, ну вот с этапа, где я могу пожить подольше, мне нравится. Как играть в это, ребят? Бесплатно играть, бесплатно. Хочешь, попробуем на несколько арен тест? Давай попробуем. Давай, давай, давай. Так, макросы стоят, все стоит, писька стоит. Вот это совет, кидать ход и напала против приста. Это прикольно, прикольно. То есть он типа нажимает один диспел и все, ход нет. Не, на меня не надо кидать, я сам хилюсь, у меня там под, конечно, контролем все. Да нет, просто я советы комментирую в чате. О! Критическая ошибка. Так, ну давай вот так попробуем. Перезаходишь, да, у тебя? Да, 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 да. Так, один брюль. Не хватает тут на совете по дополнительных опций. Они дальше там вели Солар. Ты типа вот Солар приста ставишь, в руты, и сверху Солар, и все как бы. То есть нормально играть можно. Какие-то старсерджи поспамить.
сложно это все. Сейчас посмотрим, как с прегом. Да. Короче, у меня меньше урона в моменте. Более он такой, более он консистент. Есть? Есть репа, да. Делись. Надо вот с ней попробовать сейчас сыграться тоже, потому что я сейчас не нажимал, не вообще. Надо понять. Так ты сам контролишь просто. Ну, либо ты либо инициируешь контроль, либо даешь репу хилу в один таргет и стан другой, либо даешь репу плюс стан по одному таргету, по хилеру, например. Вот. Так, ну давай пробовать, посмотрим. У меня травничества нету, свято есть вроде как. Это Сирус Soul Seeker X1, ребят, качайте по ссылке в описании, потому что это бесплатный сервак, свежий сервак, а народу тонна. Видите, вначале полагало, сейчас все заебись, то есть, ну бывает. Да, да, отлично вообще. Энх и с престом, лол. Да, и че, в кого? Сложно сказать. Ну давай я по Энху, может? В Энха, давай, давай. Ну собак, возможно, просто покатить надо будет вокруг столба. Да, покатить. Ментальный крик. Интересно. Сколько у него приста с пула? А, блядь, граундинг. Я думал, собьется от твоего спела. Не, это мой этот, как мили атак. Собаки пошли, да? Да-да-да, давай, просто за дальний стол бежим. Да, я бегу. Он меня застанет, я сейчас откину его. Да-да, я его замедляю, он не бегает быстро. Ой, это кайф, что он не бегает быстро. Вот, только он... Да, его сдиспелили. Я поставил свою шакал-лужу. Так, я поэт фулфир. Сейчас собак докайте, мы потрахаем их. Я тебя еще подхиливать сейчас буду. Смотри. Бамс. Оп, да, это вообще это топчик. У привса уже маны нет. А я еще даже не жал. Кирюха. Я так хочу нажать. Надо дождаться, да? Откину сейчас. Стан дал присту. Мне кажется, пора. Так, пробую сконить. Брат, дал. Великое исцеление. Фейл. Хорош, я циклоним пистадером. Нормально. Фир. Тринкану, я тринкану. Дай. Тринкану. Подхиливаю тебя. Нормально. Дамажу. Жаба. Ой, какие... Жаба? Сниму. Нормально ты хилишься тоже, лол. Я пойду попью тогда. Да, не, этот чар это другое, да, дело. Слияние с тенью. Нихера себе. Я сейчас отопьюсь на фул, тоже тебя подхилю. Не, ну. Подхилю. Не, ну мы можем это так играть, мне вот такой нравится. Не обязательно, но... Все, сейчас бой кончится. Я его обдотал. У меня старфол скоро. Волшебный поток. Эгэ! Нифига себе, крита вылетел. Вообще... Я еще вообще, кстати, ни одного сейва не жался, чё. Я буду дамажить сейчас шамана, потому что он сливается по мане просто. Да, но у меня сейчас стан и репа будет. Надо это... Репа... Гимн надежды. Давай, репу даю. Поклонник прист... Давай, делай. Дал? Дал? Да. Стан дам. Продолжу станом. Бля, я заклонил. Бля, у меня стан улетел. Ну давай убивай. Давай попишу резко, ты можешь? У него маны нет просто. Бля, он выстрелил меня. Как же неудачно, бля, я нажал эту херню, прикинь. Хорош. У него маны нету. Да, я приста бью. Я тоже бью. Сейчас ракету. Прикольно. А сколько ты похилил? 42. А то, что я больше пристана хилил, это как вообще понимать? Да ты, потому что в душе хиллер, понимаешь? Трахать я люблю, я плохая, ты хорошая. Как тебе эта песня? Песня замечательная. Супер, это Инстасамка? Это реклама? Нет, это не реклама, а переходите по ссылке в описании. Это мои кореша. Мои? И свято кореша, да. У нас у обоих ссылка в описании есть. Но это не реклама, просто это у нас общие друзья. Но 100 раз говорил уже, то есть играю по КД, блин. Вот я сколько на стриме арен сыграл? 30-40. А сколько у меня всего сыграно? Смотрите. 400 в Солоке. А что, не поставил? А, не поставил. 400 в Солоке. Я ни одной арены на Солоке не сыграл, по-моему, на стриме. Я топ-3 паладин 1 на 1. Топ-3, точнее, игрок, а не паладин. А кто тебя может чпокнуть?
Ну, Прист вообще без шанса чпокает паладина. Shadow Priest. Но Shadow Priest сосет всем остальным, поэтому их почти нет. Понял. Мага у можно... У меня Critical Error опять. Ну, не знаю, я вроде успел нажать. Ну, перезайди, да. Мага я могу убить легко, но это 20 минут. Надо побегать вокруг столба. И тогда убиваешь мага. А так все остальные отлетают. По сути, ну, другим паладином ты сливаешь и ДКшкам. Но ДК, считаю, даже самого сильного убил, мне кажется, я это... А, вот эти вонючие... Не пустила, Нарин? Не знаю, что за Critical Error. Да, бывает. Фростмаги на арене, но там есть два сейчас фростмага сильных. Хороший просто, боссы шансов не оставит. Понял. Где они, кстати? Долонара уйти надо. Ну, на седьмом месте есть, да, вот пониже. Пониже меня есть. Так. Бьем этого Паладоса. Паладоса? Ну да, Энг под собаками нахилит в три раза больше Паладоса, его просто не убить. Погоди, ты будешь туда заходить? Я могу зайти и нажать на них. Не, я туда не буду. Не, я так и сделаю, в любом случае. Новый правосудие. Кирюк, я не могу. Да, нормально, зайти. Нормально. Гнев карателя. О, он гнев нажал, убиваем его нахуй. Он вообще давай. Сумасшедший. Наши ребятки. Наши. Любимчики мы. Не, когда они прям сжимаются, крылья и в тебя, и я со стелса Starfall нажал. Не, крылья это да, это фантастическое было решение. На X5 без пала вообще нет магов. Ага, да. Как ни крути, по одетым, ну, нормально одетым чарам уже приятнее играть. Да, конечно. О, кайфуй, на. А, ну это хотя бы ШП. Ну, кайтим всю жизнь вокруг столба. Я иначе... Кайтим, да. Я их дамажу. Я просто раз начну дамажить. Я не знаю, что тут еще делать. О, он ракетку отдал. Слушай, это походу... Можно сейчас дойти зафилить нас. Я постараюсь думаю, этого не допустить. Это... Не, он не стал. Превращение. Понял. Убегаю. Не. Нормально же. Я сакру нажал. По идее, по урону от тебе я должен это... Ну тогда я пошел потрахаю их, наверное, раз давай. Пошел. Давай, я пристан. Трахаемся каждый со своим, короче. Давай. Ментальный крик. Так, я в перья. Нормально, бегаю. Понял. Мне кайф. Ты же живешь, правильно? Да. Исчадие тьмы. Щит тебе дал. Превращение. Божественный гимн. Бля, ну это я сниму, пожалуй. Превращение. Хоррор, похер. Я откину сейчас. Креста. Превращение. Превращение. О, Иннер нажал, как раз они оба с одной стороны. Я, короче, походу... О, понял. Так, теперь тебе силку прокидываю. Он фейк. Не попал к СМ. Сейчас мага зациклоню на фул и по Присту буду готовить его, так сказать. Маг, тринканул. Превращение. Ментальный каст шипа. Бля, из-за того, что они дабл контроль дали. Это отлично, я дамажу Приста просто. Ну, типа, он сейчас от него дамагает. Давай! В блоке это, ты в трапу, фрост-трапу поставил мага, как ты это сделал, брат? Нормально, сам в шоке. Гоняй его. Смотри, ко мне бежит, состочка. Мага зациклонил. Снял с тебя болезнь. Хорош. Грилли нажал. Да, блядь! Ну, это вот, вот почему Пристов не выиграть один на один на паладине. Ничего. А, у меня, кстати, аура не та стоит. Гимн Шакала он кастует. Маг блинканулся в никуда. Сап. Я дамажу Приста. Давай, у него ноль маны. Глубокая заморозка. Дефриз? Да, тринканул дефриз. Превращение. Нормально, я жив. Целый орел. Я запрещу. Блин, ну нельзя ему дать. Да. Сбил. Превращение.
На одну секунду превращения. Блять, а нужно баланс держать между, чтобы меня тоже не трахнуло. Тучка рассеялась. Сейчас нажму Starfall. Угу. Сейчас тоже выйду из контроля. Сейчас не умри. Они сейчас оба сдохнут, так, блин, сайленс давно. Превращение. Массакру нажал, вот сейчас надо прямо это въебывать жестко. Превращение. Превращение. Телепорт. Мак, тебя телепортнулся, у него 5 хп. Это ошибка. Холодная хватка. Короче, нам надо, я буду анонсить эту массакру, и под нее нам надо прям не стесняться, потому что он, ну, типа, превращение заколебет меня. Честно говоря, я на этой арене кайфанул, я просто, типа, ну, меня не трахает никакой ДК, уары, я просто стою и дамагаю. Ну, ты БК... Одну минуту, сейчас я кофе схожу быстрее. Давай, давай. БК сюда, ребят. Кекай, извини за мат. В смысле, ребят, у нас мат, можно материться в чате, но не сильно. Аккуратненько. ПВП, да, прикольный ПВП, а что тебе не нравится? Так, пока свята нет, можешь разъебать один на один, хотя нет, там надолго может быть. Ладно, не буду. Доты не будет. Ребят, сегодня идет турнир по доте, поэтому мы сейчас поиграем утренний стримчик со святом. Потом я пойду отдохну, может быть съезжу даже покушаю, к вечеру подрублю. Один на один я трахаю, ребят. Один на один у меня есть самая жесткая ачивка на этом серваке, ребят. Видите, у этого парня два поражения. 165-0 у него было бы, если бы не я. Вот так вот. Я этим горжусь, ребят. Потому что я вообще не играю в эту игру, по сути. Тут люди по 10 лет сидят. И два раза он мне проиграл. И я просто хотел бы еще с ним поиграть, но он что-то не попадается больше. Как-то он один раз попался, выиграл и не стал регать. Макросы напиши. Так у меня все написаны макросы. Все написаны. Кстати, а что у меня тут за символы? А, у меня, кстати, другой символ же. Как я начал... А, принцесс написал. А, братан, так это не за мат тебя забанили. Это шутки не смешные, понимаешь? Вообще, я рекомендую, если ты меня уважаешь, или там тебе нравятся мои трансляции, не пытаться как-то подшутить над Настей там и так далее. Просто сиди вот со мной, общайся и все. Когда у тебя появится девушка или там про твою маму кто-то будет шутить, ты поймешь, о чем. Дело не в чувстве юмора, так скажем. Дотка часов, ну посмотрим. У меня сколько ЧБ? Ну вот у меня один лишний есть. Не знаю, выкинуть, думаю. Хотите, удалю прям на стриме ЧБ? Дотка часов 5-6. Я не знаю, а во сколько Бэтбум дача заканчивается? 7:30 начинается матч Ликвида Зурей. Теоретически я даже, возможно, посмотрю какой-нибудь из матчей. Мне интересно. Мне экстрим интересно против Фалькерс. Потому что они играют с Макакой. Алло, я тут. Погнали. Блин, вроде вот я прега взял, ничего не изменилось особо, ну, потому что не попадается вар-прист. Да. Надо да. Вот с ними потестить. Ну, а так, как бы... Короче, тебе надо заценить, когда ты рядом. Когда вот грубо... Вот смотри, вот в той ситуации, когда ДК к нам за стол заходил, я бы тебя просто, ты бы охренел, как бы флешками хилил. Да. Ну, там бывает, не прет, конечно, но вообще у меня 50% шанс крита, и... Так, едем в них. Шадоприст рога. Это не шадоприст, это я, обычно. Я бежу, нет, еду шана. Стелся. Давай, кидай, 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 чё. Попробуем. Блять, я нажал, но не нажал. Понял, понял. Ну чё, надо ему, не знаю, надо пиздец. Вампирик, диспель себя просто. Я рогу циклоню спула. Я бабл нажимаю, ну это пизда, да, я сам виноват. Разбойник, тринька, ну. Ослепление. Блайн? Боб, дал. Блайн. А, бля, я забыл, да, я забыл. Ничего страшного. Ну живу пока. Короткий я сейчас трахну их массакру. Обоих. Массакру, давай. Ауепак! Давай! Блять! Давай этого ложка один на один. Сейчас, я все забыл, я же этот... Короче, смотри.
Да, я забыл объяснить. На преге я в нулину сосу присту. То есть тут надо как бы сразу открываться. Но на преге из сапа я могу тебе снять стан фридомом. Вот что разница, видишь, какая. То есть тут надо вдвоем открываться на присте. Я тебе даю фридом на кидны. Да, я понял, да. Тут как бы геймплей меняется, да. Вот поэтому я как понял, бы свитчиться немного тяжеловато, потому что самому перестроиться надо. Я сам забыл, что у меня фридом снимается. Плюс то, что присту я в нулину сосу, потому что у меня нет щита, и я не могу отхиливаться против него. Нормально. ЧБЛ персональный, ребят, продать его нельзя. И вообще он стримит дот в последнее время. Нормально, выиграли и ладно. Как, вот, такое ощущение, что все равно играть в меня это ошибка, потому что... О! Так, ну чё? Пало контролем, чё? Ну, типа, репа сбивается Старфолом, поэтому... Короче... Начни вара, я пало за контролю сейчас. Да-да-да, я отпизжу сейчас вара здесь. Брат, справа. Он мне ход ждал. Снимешь? Хорош. Короче, заводим его за стол, пиздим, я тебя вот так вот хилю флешками. Окей. Ждем, пока паладин подставится, или типа того. Паладину пока стан отдал. Понял. Нихуя себе. Брат. Понял. Давай нажмемся, ну просто на демедж, типа и попал, и давай, поэтому... давай. Я барскин нажал, впало, играю. Давай. Вихрь застрашающий крик. Бабл есть. Живая, циклонившая. Удар щитом. Сбил меня каст. Хилю тебя. Да, я бегаю, я тоже хилюсь, типа, это нормально. Так, я по вару набиваю немножечко. Давай. Стан сейчас будет. О, я, кстати, по этому играю. У меня сейчас стан же есть. Давай. Стан ему отдал. Паладин тринканул. Тринкет? Бля, пожить надо тринку. Боб тебе, Боб дам. Блин, да. Хорош. Да, правильно, там или Дикс, вся херня. Ой, как хорошо-то, Кирюха. Нет, карателя. Давай, гоняем его. Массакру нажал, живи. Да я откинул его. Сейчас брут и вара поставлю. За колонной поставил. Все, у него больше нет чарли. Я бегаю просто. Сейчас есть старфол, если что. Сейчас скоро стан будет. Сейчас. Подходи. У меня нафир нету, блин, единственное. Даю стан. О, он еще вышел так хорошо. Даю старфол. Нихера его снесло. Посмотри, как я тебя подхиливаю. Просто посмотри. Прям флешка. Я чувствую это, да. Хорош, Кирюха. 1750 прокнул. Аплодирую нам, сидя. О, у тебя ачивка-то? Нормально. Да. Ну, тут на самом деле они... Короче, они должны в меня играть. Вар должен, короче, в ближайшего играть, по ощущениям. Просто... Типа, я не прот, он меня может пробить, но мы должны подкачивать, и я подхилиться. У меня, короче, разница с протом в том, что я хилюсь, прот хилится, когда он бьет, то есть его бить невыгодно. А прег хилится, когда бьет в любой момент, у него просто мана бесконечная, у него сильная флешка. То есть тут как будто им надо просто в меня играть. Но я слабее, типа. Слушай, такая история. Почему я вов смотрю и ничего не понимаю? Ребят, да потому что игра бесплатная, скачайте, поиграйте, и вам сразу же все станет понятно и интересно. Потому что я тоже вов смотреть не могу, но сейчас поиграл за паладин раз, стримы паладина или там ДК уже поглядываю, уже поинтереснее стало и так далее. Это же так и работает. Кстати, Варик хочется еще поиграть. Тоже как в Доте то же самое, мне кажется. Ты мало понимаешь, если ты не играешь в игру. Ну да, ну просто... 50. Просто в Доте настолько много людей играли, что они 10 лет назад играли, и сейчас все равно видят и понимают, что нас стримит. То есть у нас просто Дота в крови уже как бы. Не поставила скрипт. А, не поставила? Ну да. Вов начать поиграть тоже не ошибка, потому что постепенно все подается. Да. Вилок мало сначала, то есть интересно насваивать. Если сам не играл, то я не знаю, я завидую лично людям, которые не играли. Да, Вов это вещь, за которую я не стал профессиональным киберспортсменом в Warcraft 3. Что я был очень жесткий, но потом появился вов, и я прям слишком... Так, это... Так, это наше. Это ретрик, поэтому играем в него. У меня выбил.
Нормально. Ой-ой-ой, я иду сразу. Давай, Боб, Кирюх. Кирюх, умру сейчас. Да. Да, ну тут я это, проспал. Волшебный поток. Я решил... Я люблю тренкать, типа, сразу, когда... Да не, хуйня, типа... я не ожидал просто, что тебя притянут тут из-за этого. Я просто... Ну, такое бывает, он краем меня задел лужи, типа, я нормально стоял. Да, я просто... Я нажал диспел по тебе, а там уже этот пролетел, как он называется, болезнь, и не диспелил, ни... ну, ты понял, короче, ладно. Да, там лучше сразу все, если он грипнул, на мне 2 милика, типа... Да, я тебе просто нажал. Боб дам, себе фридом, и все, и убьем. Ну, еще петов взорвал, дополнительно. Мне так-то. Я тоже не сразу сдох, я заюзал барскин, там у меня прокнул батлмастер, то есть. Игра такая. О, вот, это опять эти же, да. Ну давай, иди сюда. Ну давай, я сейчас пал за контролем, или почему? Стандал пал. Окей. Я за контролем его сейчас. Враг в смерчи. Чернулся меня. Я сейчас откину его. Сейчас он интерсепнется там или что у него есть. Да. Все, теперь я бегаю. Видишь, он не хочет туда заходить. За стол. Но я так и знал, я специально сказал, что это на стриме. У тебя репа попало есть, типа я нажму сейчас у него это, Starfall так. Брат, а я сейчас умру, если честно. Репу дал, попало. Хорошо. Все, сейчас отработаем. Сейчас отработаем его, если он так будет стоять, то диулю эту. Сейчас отработаю его, Кирюха! Я тренкую эфир. Желтая сакра. Циклонь вара. Стандал. Нормально. Давай, завожу его. Циклонь его еще и обновляю блумы на тебя. Ебать, это что такое-то? Куда пришла девочка? Девочка наша пришла! Да. Анал карнавал какой-то начался. А? Ебать, нормально, Кирюх, неожиданно было, блядь. Ну я сейчас, походу, того, блядь. Я, блядь, под солоку макрос убрал, блядь. Сука. Фу ты, у меня... Я под солоку убрал макрос, поэтому... Нормально было, нормально. У меня вчера то же самое, только наоборот в солоке было, блин. Видишь, силы на стриме слышать, но я специально им сказал, потому что они так правильно играют, хоть интересно посмотреть, что делать. А то он, блин, бегал за тобой, пока я распиздивал. Столько берсерка, приехал. Чел с мамой на арену пришел. Бобчанский, типа, меня бы спас, и вот сейчас второй Starfall там был. Да. Просто... Просто я убираю. Под Солоку, там две цели, и у меня макрос только на одну. Кучат. Кукекс. Дайте совет ПЛЗ. Какие беспроводные наушники выбрать до 20к для игр? Заранее спасибо. Здорово, чел, здорово. Слушай, Света, сейчас, ага. А, у Настюхи Logitech G730, что ли? Как там они, наушники? Она супер довольна. Но они 25 стоят. Ну, я себя зациклонил, как бы. Если я еще буду стоять с пингом 250, фейкать рефлект, после того, как чувак его не нажал, будучи на 5%. Она супер довольна. Ну, я не знаю, можно тогда, в принципе... Да не, там все нормально было это. То, что Бобчик макрос стоял, странно это, да. Странно, мы столько арен сыграли, у меня Боб не на тебя стоит. Сейчас он меня не выбьет, скорее всего, Кирилл. А, выбил, сейчас будет грипать. Ебать, ну это гений какой-то, не знаю, может он стрим смотрит, конечно. Ну все, я типа пошел. Да, я в флореп. Я тебя подхилить могу. Не спеши, Сова. Ну куда ты один к ним двоим пошел, пизды получаешь? Выкину. Да куда пизды, они меня не бьют. Давай ебашить их. Вижу. Область бездны. Слушай, паладин крылья нажал. Я отошел. Волшебный поток. Паладин крылья, надо его убивать прямо сейчас. Понял, Кирюх. Нажал бревна, они бегут на него. Ну, я не могу дойти. Я понимаю. Подкилю его. Вернее, не подкилю, а дамагаю его. Понял, ДК, пока подкилю тебя, подхилю. Ой, да. Он тринканул, чтобы не сбить. Давай в ДК сейчас въедем. Или что? Не, этот возвращается, чел. А ты живешь? Да, вроде живу. Сейчас Starfall будет, им пиздец будет. Заморозка разума. Фейканул, хилюсь. Убегает, сучка.
Такие суки, конечно, бегающие. Хилю тебя. Ниди, ниди туда, у меня Starfall КД, типа, ну пошли они в жопу, просто постоим на месте. Нам же не надо их, ну стоп, бить, блядь. Да-да-да, только давай по паладинчику сейчас, у нее ничего нету. Я стелс ушел. У меня скоро грипнет, и типа у меня нет тринкета. Я тебе... Мы можем подождать 28 секунд тринкета, это вообще не ошибка, реально. Давай. Ну, они тоже тринкет ждут, кстати. Я понимаю. Если ты заедешь пала, типа, дашь ему стан, я могу просто Starfall со стелсом нажать. Склоню ДК, нажимая свою херню. Пэт стан мне. Бабл. Я скин нажал, блядь. Как не спастись-то? Здесь полил сайленс. Бабл рассеялся. Да, блин. Откинул. Нормально, я живу. Так, короче, топчик. Ну будет прокать-то, блядь, нет. Корж. Хорош. Значит, какой-то фридом бы базовый, блядь. Дошли, суки, нету, до меня. Нету. Волшебный поток. Ну меня не прокает, флешка. Ой, тут вначале ты что-то пивка бахнул. Куда ты полетел-то, бля? Ну, они тебя притянули и убежали. Ты один на них полетел, мне репу дали. Там чик, блядь, вот это было немного questionable, но мы сдохли не из-за этого. Да не, мы там могли убить, он крылья, блядь, сука, это нажало, блин. Вот в этом прикол. Ладно. Он же бегает от меня, меня бы ДК бьет. Короче, типа. Я не могу дойти до него. Короче, я хилить могу очень сильно. То есть, вот сейчас, когда паладин убежал хилиться, ДК надо было просто ебучку разбить. То есть, вот я не могу бегать за тобой. Еще раз, вот мы должны вот эти моменты немного переключить на то, что мы пизды даем. Тебе просто они... все, что надо делать, это колить и все. Типа, я вот колю, что я могу... Я что-то предлагаю. Да, скажи мне, что ты можешь, и предложи что-то. Ну, я могу тебя хилить, я глобально это говорю, да, постоянно. То есть, тут не нужно меня лосать, мы можем вдвоем пизды давать. Я вот постараюсь это... Вот это во время игры, мне будет намного легче. Ну да, я просто это говорю после, чтобы глобально ты это понимал. Да, так, я мы понимаю. Спасибо. Давай, может, сразу начнем, да? Ну, я не могу догнать. Че, тут рогу надо убивать точно? Не знаю, я по всем буду начать бегать. Ой, у меня аура топовый стрит. Давай, может, начнем по нему, Кирилл? Ну сейчас, терпение. Сейчас я ему дам пизды, и мы начнем. Сейчас рога за... Окей. Сапнул меня. Если он на мне вскроется... Ты придумал, снимешь штан? Придумал, снимешь штан по мне? Нет. Он мне сапает, он думает, я хил. Ну, блядь, подожди, не вмешивайся! Не трогай, не смей его трогать, блядь! А где, погоди, где паладин? Так я говорю, не вмешивайся, у меня дуэль! Смерч рассеялся. Бля, где паладин-то? Ты его убил, блядь, что ли? Не вмешивайся, ты чё, блядь, ты зачем на него все накинул? Сука, блядь, как тебе инфу говорить? Говорит, давай инфу пропал. Во время драки, просто говори и нихуя не слышит. Ну как вот это, ну как? Я говорю, не вмешивайся, блядь, дерусь. Тарян, чувак, я не понял, у меня глаза горят, я так хочу стартовать. Так ты слушай, назад, блин. Я же говорю, блядь, просто как крысы вдвоем одного отпиздили. Ну что за бред? Да, дико извиняюсь, это на мне, если что. А, блядь, где паладин? Отпиздил я его уже, я рог хотел следующий. Реально? Нет, блядь, шучу, он сам умер. Ну, конечно, блин, что, как ты... А че он сдох-то? Ну, я убил его, блин, я хотел рогу дальше убить один на один. Охереть, а почему я не увидел? Мне показалось, что он просто, ну, типа, дисконнектнулся, что ли, пока я рогу циклонил. Короче, я его зациклонил, потому что я подумал, что он опенится на тебе, и сейчас будет в лифт, типа, я с префайром его зациклонил просто. Хорош, блин, хорош. Как же ты разъебал. Ну, сорян, если честно. Бля, да это кокос все на балийский ваш, блин. Питерский получше был. Просто рога один на один, это ты бы знал, он за стан умирает. О! А, это ретрик. Это прот вроде. Нет, это ретрик.
И мы играем в ретро. Все, о чем молю, хочу просто нажать старфол по пацанам двоим. Да-да-да, мы просто ретро пиздим и все. Блять, ну что за бред? Давайте, девочки, я погнал, Кирюх. Фир, ага, сбился. Бабл, хилю тебя. Давай. Я сейчас воробью еще бонусом. Или не убью. Я сам подхилюсь пока чуть-чуть. Все, у меня все есть. У меня бабл есть. Его бревна бьют. Пирожочка. Да-да-да, давай на паладина опять. Ну, это вообще нормальная тема, короче. Ну, это наши, да. Не, ну тут кайф в том, что вот ты... они подсейвились, мы стоим дальше пиздим, я тебя хилю. У меня просто хил ёбнутый на этом челе. Тут вся суть прега в том, что у него флешки сумасшедшие. То есть... Идея в чем? Идея в том, что я бью одной ручкой часто, у меня шанс крита 55%, и каждый крит — это прок флешки, типа. Если щит висит на тебе... Если на тебе висит мой щит, вот этот, который защищает, вот это вот, то вероятность крита флешки 86%, чтобы ты понял, понимаешь? То есть там вся идея в том, что я тебе кидаю щит, мы пиздимся, я тебя постоянно подхиливаю, и как бы, да, тут... Как бы... Против ДК и ретрика надо понять, типа, что делать, когда они меня доходят, то есть мне надо... Ну да, но... Ну... Эвко пить какой-то. Так, рога опять. Это вот эти, мои любимые ребята. Так, я тогда Кирюха ФК пошел кокос пить. Давай, давай. Если заопанится, зацикло не рогу, чё? Пиво. Не, если заро... Меня где-то. Сапнул меня. Я тебе боб дам или фридом. Ой, все, паладин встрял. Уже фридом не срай. Если заопанится, на меня чип, это чё? Сапнул еще раз. Паладин тринканул. Давай, давай фридом. Давай фридом, Кирюх. Хорош. Ёб твою мать. И все равно боб в итоге даю. Да, да, все равно боб. А ну стой, сука. Хорошо. Так, я сейчас уже мунки не буду, типа. Вина мне сап. Ну понял, короткий. Понял. Опа, обосрался, блин. Я тринкану кидни и нажму просто свою херню. Ну, если фридом дашь, на чипшот будет норм. Сейчас. Фридом. Понял, он не дает его. Окей. Сейчас паладин умрет просто. Я себе. Великое исцеление. Я себе фридом дал, потому что. Великое исцеление. Исчезновение. Циклоню рогу. Великое исцеление. Да, он меня... А чем? Я не понимаю прикола этой роги, она просто открывается и исчезает. По мне. По мне понятно. Чат. Ну я дал это. Никому. Фридом. Ой, блядь, я мудак, что я сделал? Аватара. Я жил пока. Бля, братан, я такую хуйню сделал. Гнев карателя. Не знаю, типа, они доходят. Ну это, блин. Да я хуйню сделал, забей. Я тут, я настолько задремался в геймплее, что просто ничего не нажал. Я не понимаю, что они делают, но... Видишь, как это. Ты вот тут... Бля, свят вылетел, ну ё-моё. Ладно, один их. Здорово, Дангар, здорово. У меня напарник вылетел. У тебя от этого ностальгия? Эх. Подожди, может я вылетел? Нет, у меня нормально, чат. Блин, ну чат на Вове такой, как будто кажется, что я вылетел. Все нормально. Ну ждем его, когда зайдет. Чё. Давай один на один, решим, что здесь. Желтая сакра. Яся.
Где мои криты, блин? О, первый крит. Ну что, Свят зайдет, может быть? Может, дотянем чат, как думаете? Что-то у него получше хил, чем у меня, да? Столько берсерков, пепла. Вихрь коленков. Рекла рассеялась. Вихрь завоевает крушительный бросок. Ярость берсерка. Святая клятва. Сокрушительный бросок. Не, ребят, походу Цвет не вернется. Все. Покинул рейдовую группу. Вижу пиратку, ливай нахуй. Блин, удачи в Драгонфлае, братан. Кайфануть по полной, блин. Молод, молод, глубин. Молод, правосудие. Забавно, что даже нельзя нажать этот сейчас. Так, всем привет всем, мы на арене, помню, с другом сидели очень долго, я Рога или Варом, он Варлоком. Нифига у вас, блин, сцепка. Мой вон это, походу, отлетел там в Балиске, гроза, видимо, какая-то, или типа того. Сейчас посмотрим, что он пишет. Сейчас зайду, пишет. Пишет, что сейчас зайдет. Ну, ждем. Забыл оплатить, внимание, электричество. Он не оплатил электричество. Не интернет, как обычно бывает, а электричество, представляете? Dragonlance приятный аддон, ну, может быть, только в него никто не играет практически. Как бы у нас, в СНГ, так скажем. Я уверен, что аддон отличный, в принципе, актуал довольно прикольный, но в него мало кто играет и еще меньше смотрит. А сезон открытия так вообще забейте, ребят. У меня тошнотура была от сезона открытия из-за того, что мы только классику откачались, только хардкор поиграли, только еще хардкоре чара создали, И тут опять сезон в Discovery, опять те же локации, и опять качаться. Я посмотрел в первый день на это и думаю, блин, в очко. Я не знаю, ребят, можете спросить у Драника, как он придет, как он интернет оплачивает. Етит, там Team Spirit взяли квапу на мид. Блин, что за кал? Хотя, с другой стороны, у них-то командная игра. Она внесет урон, кто-то добьет. Мне в паблике, конечно. И опять сборка, блин, чуваки, ну просто... Просто безумие, сборка, которую я собирал, но мне сказали, это хуйня, надо типа Аганим, Мейс Слеер, Вич Блейд, Саша Кая. Мне говорят, нет, это говно. Вот это, конечно, блин, вот БКБ Аганим надо, блин. Вот просто вдумайтесь, лучшая команда мира опять делают то же самое, но меня душат. И, блин, надо драться за него. Это 100%. Вот. Свириты проигрывают вторую карту. Ну, кстати, видимо, это... Лететь. Всей команды, ребят, надо лететь. Всей команды надо лететь. Ой, о, какое место тут хорошее для это, почему? Для Пангольера. Почему? Это, наверное, вот из-за этого момента. Бля, ну эти моменты разные.
Алло, Кирюх. Блять, расстраивает нереально. Алло, алло. Сорян, я реально забыл просто на счетчик кинуть бабла. Все страшно. Я думаю, они из-за этого момента теперь боятся, типа, таких моментов. Кстати, может, я тоже думаю, типа, блядь, да я нафармлю нахуй свои три шмотки, я их в соло выиграю. Давайте мы хуйню не будем колить. Ну, там, кстати, было вы... Ой-ой-ой, на Миру напали. А ульта у Ларла КД, и Мир умирает. Кажется, как зайдешь. Лара уходит. Кстати, сейчас эйс вывезет, да. Эйс вывезет. По одному просто фидит. Можешь ставить, ты сказал? Да-да-да. Бля, ну... Очень плохо играют, я хз. Блин, прикольно, вообще, прикольно на самом деле. Ну вот некоторые сетапы бесят, а некоторые, мне кажется, лучше можем сыграть еще. Да надо разобраться, тут неочевидные класс. Могут быть вещи. Да я вообще сова из первого класса. Сова прег, блин. Сова прот вообще, что за связка? Ну да, это не варпал. Так. Ага, ну внизу надо играть. А, вверху? Давай. Вот это они попались. Да, иди его. Все, я его скинул. О, стан дал это. Давай, Кирюха, играем по нему, больно прям. Желтая сакра. Так, он еще желтую сакру нажал. Бля, я сейчас повар пойду. Давай. Будет меня. Ну, тебя хилю? Да, я тоже. Я не лосую, Угу. Пару флешек дал. Блять, варни на ту сторону себя откидался. К сожалению. Паладос отсклоню. Сбил кас мне. Да, бью это. Сейчас буду циклонить пава. И будем павару играть. Святая клятва. Боевая стойка. Брат смерчи. Отхиливаюсь. Выдержанное восстановление. Смерч рассеялся. Можешь подхилить тоже? Да, хорошо нахилился сейчас. Отлично. Размашистые удары, фридом. Блин, его скинуть с пингом 300, это целая эпопея, серьезно. Стан дал паузу. Попробуй засклонить его. Дал. Теперь я пошел, Кирюха. Разгоняюсь. Все, Дивуля. Сейчас пала надо бы, блядь. Сейчас сдохну вообще. У меня сейчас тебе дам этот боб, ты дам. Да. 100%. Мне хочешь дальше. Не, он меня хочет дал уже. Хорошо. Чего хилюсь? Ну прокати, пожалуйста, флешки. Как мне хилить, блять, моего тиммейта? Циклоню вара. Дал. Попал, сейчас помогу. Так, вар без тринкета, работаем. Стан дал по ладосу. Ой, я хорошо сейчас дамагу. Бля, чуть не хватило. А почему вроде хватило? Чего? Хорош, Кирюха. Он даже бабл не нажал, да? Да блин, а если бы был пинг нормальный, я бы каждый раз его нормально скидывал. То есть я нажимаю откидывание, он нажимается, типа, когда он уже отошел, понял? То есть... Смотри, вот в этом паладине мне тяжело... Короче, у меня нет такого, как в том, что я раз и начал очень много урона наносить. Тут я просто постоянно наношу один и тот же урон, так скажем. Но я могу включить крылья и кинуть молот. Это единственный бурст прям серьезный. То есть на том паладине я включаю крылья и кидаю щит, который 5000 без крита дамажит и под крыльями. А здесь ты говоришь, я въезжаю, ты как бы въезжай, а я дальше бью по чуть-чуть. Я ну говорю, да, но моего должно быть нормально там, если паладин подошел там. Короче, тут именно менее резкий въезд, но я это, ну, подхиливаю типа зато. Ну это просто тебе, чтобы ты понимал. Менее резкий въезд, но я подхиливаю, чтобы ты понимал. Так, я отойду сейчас на секу, посмотрю, кто пришел. Давай. Я жду проб. Я на самом деле больше ору, чтобы хайпа набрать перед тем, как заезжать. То есть я такой, знаете, я... По факту там прямо же меньше, чем может быть. Я кричу, но... Как будто когда ты сова, ты должна орать, знаете, как резаная. Когда... Так, я тут. Пустишь. То есть я такой, я ассистент с постоянным уроном. У меня единственный хороший урон может быть, когда по мне бьют. Когда меня лупят, у меня прям может быть хороший урон. Но проседаю я тоже хорошо. Так, рога. Так, ну мы не бежим вперед. Правильно под этим? Да, хер его знает. Сап.
Я, если будешь не в лосе, я смогу снять. Мне сап надо, сап. Реактивный танец теней. По мне, по мне. Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю, что происходит. Ну, разнесло меня что-то. Подхилишь? Я тоже хилюсь. Ослепление, ослепление. Снял. Плащ теней. Исчезновение. Ментальный крик. За вас у меня братик. Сори, сори. Я дохну просто, ну, типа с бумами, я не знаю. Чашка. Я нажал дэмэдж, я просто попытался выжить, нажал все свои кнопки, и... А, блин, дизайн. Не нравится, когда меня сапают, типа, я лучше буду старфол нажимать сказание. Вначале, вызывать шакал бревна, типа, и пусть они там, ну... Стелс. Твое дело делаю, потому что это херня какая-то. Внутренние сосредоточия. Ускользание рассеялось. Спринтучка. Даже пусть он меня лучше станет. Тучка рассеялась. Ментальный крик. Танец теней. Ну чё, сука ебаная, давай, блять, один на один. Фу, я секирю. Жестко ты его трахнул. Да, убеги, пошел, убеги от меня, кинуть, убеги, кинуть, блядь, кинуть на. Сейчас убежит Кирюх. Да пусть убегает, он ничего не сделает, если я похилюсь. Разбойник, тринка, не сать, блядь. Короче, я не знаю, там что-то прям так сложно пошло, я не понял в какой момент. Да не, пусть он мне лучше дает стан, ты видишь, я сразу стан, я просто нажму. Да, да, типа, нахер этот сап нужен? Я откроюсь с приста, я вызову на него бревна, я хотя бы кнопки нажму, реально православные. Сила денег, конечно, конечно. Победил их деньгами, ребят. Сигарета. Это ретрик. Да, ну чё, тогда по классике. По всем? Ну, по ретрику. Да, да, по всем, давай. Так, Кирюх, я нажал, я нажал. Все, пошел анал карнавал. Мне сайленс дали. Снял. Хорош, хорош. Ну все, это баба. Блядь, только пожить после этого надо. Ёпта, выметь. Откинул ДК. Я нажимаю бабл и просто хилю. Давай, давай. Я тоже хилю просто. Себя хилю. Я сейчас зайду за лос и выйду к тебе. Да, да, да. Да, 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 вышел, вышел. Они лосы, их лосы. У меня все коты есть. Ну я, блядь, как выживать-то? Ну я. Магические твари, реально. Ну, типа. Я знаю, я вышел на секунду, я тоже сам хилился в этот момент. Они просто бегают быстрее тебя, они тебя все равно пиздят. Давай ДК убьем. Но у него есть только АМС. Серьезно, давай, вот он баблится, давай. Хилится, я не знаю, это... Но он когда баблится, он не дамажит никаким образом, а мы продолжаем дамажить. В этот момент мы ДК пиздим. Или нет? Да, но я хочу Starfall нажать... Я жму Starfall, я должен дамажить обоих. А я дамажу только ретрика, потому что он бьет зеленку. Поэтому зеленку мы можем выбить бревнами и какой-то другой парашей, и после этого нажимаем Starfall. Давай, давай. Попробуем. Если хочешь играть ДК, давай играть ДК. Не-не, я накидываю на вентилятор просто. Ну давай попробуем, не, я не против. Чавара застаню и зациклоню, наверное. Потом Пава пойду циклонить. Враг смерчи. Че, по Паву хочешь? Да бля, у меня какой-то пинг, ты... Я еще до твоего стана нажал. Я Павару сейчас разыгрываю. Я... Они Сакру нажали, я стою. Я убегу просто, давай ресетать, давай ресетать. А че на мне это... Куня какая-то, стойка паладинская. Не дает бегать быстро. Рекло. Это вот крас. Он рекло нажал. Циклон. А, окей, окей, окей. Сейчас циклоню. Вихрь закончился. Боевая стойка. Наверное. Враг смерч. Циклоню. Смерч тринканул. Он еще и тринканул. Циклоню палача. Ага, окей, отлично. Супер. Свою херню нажал. Кинул его. Так, я вам... Ну, сейчас. Да все, я жив. Боевая стойка. Подхилишься сам? Да, да. Когда у нас следующий объезд? Через 10 секунд где-то. А кому мы хотим? У Павла есть тринкет? У всех есть тринкет? А у Вара нету. Боевая стойка.
Надо бы Вара под стан въехать. Хотя нет, давай попал, давай попал. Ты вышел на меня, Кирюх. Бабл. Бабл. По Вару уезжаю. Да отъебись ты уже от меня. 10 чаржей, реально. Ненавижу Варов. ДК и Палов и всех вообще. Откинул подхильщика. Бабл рассеялся. Бабл рассеялся, я по паладину продолжаю. Ой, по Вару продолжаю. Окей. Ну я прожду бутик. Знаешь, дал тебе без Мортала. Еще флешку дал, молот снял. Ну все, сейчас надо паладина. У тебя когда будет? О, после сакры. Я законю Вара пока. Да, я тебя просто дохилю до пола. Хорош, хорош. О, святая клятва, надо ебать, прям сейчас. Через 20, через 20. Я могу помочь, ладно, но ладно, типа, ладно, меня Вар трахает. Меня Вар трахает, я... Стойка берсерка. Боевая стойка. Тут такая тема, что ты трахаешь Пала, а я сейчас Вару могу... Да-да-да, давай, да. Просто. Вихрь Калинков. Слушай, что-то, блядь, там плохо у этого дела. Я нажимаю крылья. Давай. Брат. Бля, что-то умираю, Кирюх. Давай, сам, один на один. Давай! Давай, один на один! Не помогаю, не помогаю! Давай, давай. А, он встал АФК. Ладно. Он сдался. Я убежал. Глухая оборона рассеялась. Нормально. В итоге Кирюх убил паладина, пока я убил Вара. Нормальная тема вообще. Да, там я просто начал бояться, там у меня бобчик еще был. Начал бояться, что не успею его закинуть. Ну, Вара, если шилдвола нет, то это все, это кандидат, так сказать, на смерть. Как тебе больше в итоге? Ты обращаешь внимание, почувствовал, с прегом или с протом лучше? Вот с тем, что сейчас. Да? Смотри. Да. Такая игра более скользкая какая-то, можно оступиться легче, но больше функционала. Тяжело жить просто. О! Ну чё, да, чё? Дивулю тут? Девку, да, его, наверное, бить. Давай. Страх. Страх. Я побегаю нормально. Так, вот, увидел девку. А ты жить можешь против него? Я вот закончу сейчас. Да могу, по идее, я просто полосать надо. Я тебя тоже подхилю там. Жажда крови. О, го... Закон лока еще. Ну, я просто полосаю, я похилюсь. Тотем оков. Давай. Тотем заземления. Я тебя тоже хилю. Жаба. Страх. Жаба. Угу, тело. Все, сейчас БЛ дождемся и все, и трахнем. Соблазнила меня... А, ебать, а как ты... Это ты снимаешь так инстантно или что? Нет. Я не снимал сейчас. Я могу снять, но я не снимал. Вой ужаса. Страх. Страх. Щит земли. Я впере. Да, если кому интересно. Я вот циклонил. Просто ждал болта. Он тринканул. Ай, летит. Да, за диспел. Да это говно, это можно ливать сразу, блин. Это говнище это. Не-не, у шамана маны мало. Мы можем поиграть с ними 100%. Так она не кончится, у него мало, потому что он так захотел, она все равно не кончится. Не, ну можем, но... Да не-не, как будто вот против этих напротив. В смысле, я в фире выбежал? Ты думаешь, я выбежал? Я блатуешь в плане разговора, типа, ты говоришь, что ливать что-то там, а мы их сейчас трахнем, это первый вар, блядь, вышел. Не, ну напряги... Вот напротив, да, когда там есть вот этот щиточек, там сайленсочек. Ну да-да, я... Ауру не поменял. А на какую ауру надо было поменять? Какую ауру поставить против них, ребят, чтобы это как-то помогло? Здорово, Гринхот, здорово. Коня? Ну, коня, да, согласен. Но там мы уже слезли. Ауру моментального убийства. Так, зарегал. А там фаворит турнира Team Spirit проиграли 2-0. Gaming Gladiators. Так вот. Это Dota? Да. А что там у Солыча? А в какой он команде, скажи мне?
Ну, у него плохо все, я так понимаю. Ну, относительно плохо. Панда, что-то с пандой. Нет, панд нету на этом турнире вроде. Или отлетели, нету? Ребят, были они или отлетели? Ну, короче, у Nine Pandas, в принципе, сейчас да. не очень радужные. Понял. Лаки. Ретрик. Устрашающий крик. Баба есть. Стойка берсерка. Чудушный ТП. Я барскин нажал. Безудержные восстановления. Боевая стойка. Бабл рассеялся. Рука оборона рассеялась. Драфстойка. Я подал этому челу. Ринканул. Конечно. За конь упала просто сейчас. Брат в смерчи. Напоминаю, это Ретрик, он пытается... Бля, как же они АОЕ, что-то смешно. Просто вообще ничего не получается против совы у них. Причем у них 1000, у них на 100 рейта больше, чем да, у нас. Да, нормальный рейд, типа. Ну, Ретрик сова это такая, ну, знаешь, типа, херня, которую ты не каждый день встретишь. Это чуваки, наверное, выходят, думаешь, мы там водки выпили, знаешь. В баню сходили и пришли в офф играть. То есть, что-то на таком уровне. Ну, понимаешь, сетапчик. Мой класс — это контр-класс их обоих классов. А твой класс — это класс, который они не могут бить вообще никак. И то есть, ну, типа, им надо переживать старфол, в это время я их пижу, и они... Да, ну, ну да, да. Нет, у них полуретрик был, я полуретрик. Ну, я, типа, 70% ретрик, 30% прек. 15% ёбарь. Не, Ульдуара что-то не хочется, ребят. Не знаю, ПВЕ как-то не привлекает. Не понимаю немного. Всегда нравилось больше ПВП. ПВП как будто аренка вот бесконечно можно катать. Да. Ну это типа... Я не знаю. Для умных людей. Сравнить. О! Это стрим-снайпер из нашей гильдии. Это... это блуд. Что делать? Это а блуд? Я могу рутать его бесконечно. Он меня выбил. Это блуд? Я могу рутать. Ну, а, я окей, шаману да, пизды дам. Давай. Это прям точно о, слушай, блуд? Ну, раз... раз... Да, написано блуд в гладиусе. Хорошо. Ну, Кирюк, сейчас я бревна вызываю, они его замедлят сейчас. Откидывание в никуда, как тебе? Дал стану. Тринки, да? Да-да-да. Дриганул? Да, я не да, нажимал, да. Я не нажимал, если что. Ну слушай, он тебя слушай, больно что-то бьет. Да. Брат, а, ну что за... Я... Они сейчас знаешь, как радоваться будут, пиздец. Погоди, а что я сдох там? Меня особо сшотило с 30% что-то. Точно с 30%? А как не жить? Я ж сова, а не хил. Да надо... А чё мы не хотим? Почему? Какой, блядь, блуд, короче? Блядь, надо пиздить, тут нет таких классов. Написано класс. Блуд. Блядь, взял и это, испортил настроение мне. А им повысил. Ну как тебе? Только ты меня похилил бы, я не знаю, ты же хилер. Ну, во-первых, ты меня лосал всю арену, но я не знаю, как... Это раз. Во-вторых, ну... Бобчик типа... дал, это... Любишь по факту вот сказать в конце. Ты мне скажи во время арены, типа... Зари там, типа, что-то, какой-то кол нужен на арене. То есть, вот ты часто не, ну делаешь, ты... когда убивать, мне очень удобно. Типа, я делаю то, что я могу. Меня ебет ДК, я сова, ну, я дал делаю, бобчик, я нажимаю свои что? Кнопки. Нет, так да, ты мне то тоже постфактум как бы сказал, ты бы меня похилил. Ты тоже во время боя этого не говорил. Я тебе говорю, не, что ну, ты, ну ты меня полосил. Типа, говори... Ну я, шутку, ну я... Типа, ты баканул, я баканул в ответ чуть-чуть. Не, я вообще не баковал. Тогда извини. Все. Не, просто бить надо ДК, мы били ДК, убивали всех ДК, что-то... Бля, я, короче, я даже ни разу не ударил шамана, мне кажется. Так я вообще я в шоке вышел, что это блуд. Ну понятно, короче, регайте еще его раз. Мы убивали, блин, если бы он тринканул, Кирюх. О, это, кстати, нормальный тип. Это, знаешь, что ли, Сяськин и Писькин? А, играл вот эти против Писькиных этих, они там душноватые такие. Ну, лижем столбы, чё. Да? Да.
Ну, такой, ну, именно пес, я бы сказал, на магию. В хорошем смысле. То есть, как комплимент, если можно. Так, я их задотал, Кирюх. Блин, а я же сейчас не на этом, блин. Я там играл на... Угу. О, он блинканулся, Кирюх. Да-да-да. Отрекану Дипа, сейчас его, этот, натрахаю здесь. Раз такой кипиш. Точно? Я пока под замедлениями сасу. Давай-давай, хилимся. Хилимся живем. Хилю тебя. Лумчики, я тебя хилю. Ё-моё, все, погнали. Просто чпокнем ближайшего. Ищади тьмы. Холодная хватка. Сейчас я эту братью откину. Свет стринканул. Так, я за столб за этот теперь. Давай. О, куда идешь, братишка? Превращение. Так. Телепорт. Огонь луны. Линканулся. Там любители попить, слышишь? Вот они именно такие пацанчики. Я сбил питье. Да. Вот беги на них, Кирюх, если можешь. А я пойду сам попью. Мне кажется, это правильно было. Или что? Я не знаю. Ну да. Он пьет. Это вот именно дрочивые питьевые, отвечаю. Кирюх, я подпиваю тоже. Я живу аккуратненько тут. Я умею лизать столбы, я один на один играл много. Все, у меня старфол есть, я бегу. Тебя. Отхиливаю тебя, так подпью. Я лежу столб. Я тебя похилил уже, все. Все, сейчас я их продотую. Сейчас я этих пирожочков как приготовлю. Подготавливаю их, все, нажимаю звезды. Тучка. Суки, сейчас начну блинковаться, а? Блок пошел, так. Бля, ну что за... Я стану блок отдал. Я подхиливаю. Глубокая заморозка. Бля. Ну мне надо тут. Циклоню мага. Надо добивать. Мага маны нет. Да, надо добить приста просто. Бля, прилив сил, это плохо. Я бревна на него вызвал. Сейчас они его затрахают там максимально вообще. Сокровище. Все, бревна мои трахают его все. Ну нормально, Сяськин, Масяськин, чё? Да, Масяськин. Единственный нормальный маг, которого я встретил в 1-1. Вот он был, я не знаю, может быть, он типа такой пиво сам по себе, но вот он единственный играл нормально. Так а где эти челы выше? Там выше два мага есть, у которых по 0 поражений, если что. Вот их встретить, так сказать. Да. Там вот сейчас, если откроешь 1-1, там вот так жёлт 90... А, ну он все равно, у него 60-2 да, было. Да, мага неприятный, конечно. Ну, Magic Wood самый жесткий, вот его бы тебе встретить. А, нет, вот у этого 60-2, у этого 95-10. Кирюх, ты знаешь, что Тейлору Лотнеру сегодня 32 исполнилось? Это кто? Из Nine Pandas кто-то? Нет, из Нуи Сумерек такой, ну, пёс. А, как же плохо. Так, давай, Вара, зацикуни под пиво сразу. Давай, я стан этому дал, дэмэдж дал. Да, ну все, погнали, тогда раз такой кипиш пошел. Ну, пусть стану, сейчас зафилит меня, он может бокнуть. Нет. Устрашающий крик. Может не гопать. Я к тебе, кстати, стан хотел снять. О, на меня это некротик накинули. Понял. Давай похилю. Да, я подхилюсь. Ну, я, если что, сам тоже неплохо подхилюсь. Понял. Насюх, ты лучше. У меня бревна еще есть. Бля, какой... А вот ты паладина, да, поле встану. Паладина, это, ну... Это пиздец, серьезно. Паладин, давай по Вару. А, он лучше. Паладин тринканул. Ты понял, Вара. Но она похилится сейчас. Да-да-да, заскочишь? Все, хилюсь. Да. Я тебя жестко похилил. У меня еще жестко. Я его сейчас откину. Блядь, просто то, как эта откидка работает, это мем. Я живу, anyway. Хилю тебя. Снял. Хочешь играть в игру? Да. Стан даю паладину. Кому попал? Давай. Ай, блядь, не даю, напиздел. Бля, я врубил. Все, дал. Вот сейчас дал. Бабл. Я повару сразу. Откидываю тебя сейчас. Циклоню Вара лоу. Сейчас можно попаловы.
Враг рассеялся. Все, я отхиливаюсь. Пивные мои работают, пивные пока. Облик бездны. Стойка берсерка. Боевая стойка. Святая клятва. О, плея у него. Да-да-да, стан даю. Продолжу сталинцем. Гнев карателя. Гнев карателя у него. Склонь увара. Воин, три никому правосудия. Никому увар. Подхиливаю тебя, у меня сейчас старфо будет. Я сам тоже подхиливаюсь, тут стараюсь. Отлично. Желтая сакра. Вот после желтой сакры. Надо желтую сакру закатить. И короче, до следующего стана просто. Так, на тебя... Я сам нажму желтую, на тебя не кротик далее. Я откинул. Все нормально. Или у тебя? Боевая стойка. Да, блин, он меня бьет через колонну. Ну что за мем? Есть попало работа. Есть работа попало. Я после фера, после фера. Понял. Боевая стойка. Надо Боевая как-то здесь. На меня выйти, да? Да. Флешку дал? Ой, как хорошо дал. И все, и поехали. Хорошо, давай. Давай. Блять, стан дал. А, хорош. Ну все, это пиздец ему реально должен быть. И вару там, и всем вообще. Ну кинь ты молот! Вар сдох. А, блять, мать себя хилят они. Домашняя наша. Фу, блин. Не, Кирюк, ну это мы нормально так. Да, план есть, видишь, тут как поймаем волну. Ты вот и ругаешься, что я тебе после игры что-то говорю, но я говорю это не с целью сказать, что, блядь, надо вот так вот на арене сделать, а с целью того, чтобы мы лучше понимали, как в принципе наша цепка работает. Что я да, типа я знаю, Кирюха, подхилил, значит, подхилил, там, подхилил и так далее, типа. У меня флешка, блин, вообще, у меня флешка хилит за... Да. 1.42 секунды, блин, 5000. И после этого она еще выхиливает пассивно... Еще 1500, если что. А, нет, не 1500, а 2500, понял? Не, я тоже, да, я, может, иногда там, типа, в моменте что-то не соображаю. Давай, но не сильность. Мне просто вот именно стресс, даже играть с этим пингусиком тоже, типа, ну... Так не приезжай в Питер, поэтому... ё-моё, в компьютерный клуб пойдем, блин. На лане играть. Настольный пенис сперва. Настольный пенис, да. Да, блин, ну... Ну, бонусы есть. Солнце там, серфинг. Да, кайфовый, ладно. Никто лифчик не надевает. Так, строго. Едем? Въезжаем? Да. Или нет? Пробуем. Давай, ладно, чё? Не успел. Я пока ждал ответа, не успел. Понял, тогда в порядке. Нормально, если ты на рейндже, я сниму сразу чип. Да. Я бы за него заопнился просто, типа, рога вылезет, ну, типа... Все, ну дай мне его попиздить немного, а потом... Давай. У меня выбил, Кирюх, извини, сам остров так решил. Давай, Боб. Хорош, придумай, пойдем. Я тринканул, потому что у меня старфол. Они сейчас пиздец вообще, просто. Ты куда, девочки, куда вы? Куда вы? Где вы вообще, куда? Хилю. Давай. Хорош, Кирюх, хорош. Вот бревна нажал. И второе, по второму кругу. Банки! Я сдох. Нет. Сакру дал. Ну все, то есть. Они думают, у них самый большой бурс, но вот если я просто встану на месте, и они будут танчить мой дамаг. Да, надо боб давать сразу. То есть это очень смешно выглядит, но ты мне даешь типа фридом на чипшот. Кидней я могу тринкануть. И я просто вот если я. Старфол не стопается, это бабл и коуш сразу. А все. Если они тут же дают тебе блайнд и меня... Ну, хотя меня они не могут убить, да? Ну, по идее, вот ты тринкуешь скины, они что, не дают тебе репу или... Ну, блайнд бопнешь меня. Ну, бопнешь меня, блайнд просто. Ну да, тоже верно. Да тут КД надо накидывать на вентилятор сразу, потому что дэмэдж такой исходит, что... Я просто думаю... Угу. У них кабинет там, ну, срывает просто ветром. Ну да, я просто думаю, а о чем мне, может, мне не, ну просто боб отдавать, а нет. Просто если я отдам боб, а он сразу нажмет да. Бабл с фулл хп, может, в этом плане очень.
Типа реп, ой, репа, фридом, типа ты просто кулдаунится чем быстрее. Так, вы эти, клювожоры из гильдии, вы что не регаете-то? Один раз на рандоме забрали и убежали, прям свято бладом своим испугали, вы где там? Понятно, одна не считается, чуваки, все матчи бот 3, что на этом турнире. А это что, как кореша, что ли? А, мы не зря говорим. В смысле, это вон, это вон из гильдии же. Не, клювожор, да, клювожор это уважаемый человек. Впервые вижу, чтобы кто-то играл в WoW. Я первый в мире во всем, братан, как и Егор Крид. Мы вдвоем боремся. Жесть. Не спрашивайте про сосание членов, кто выиграл. Отвратительно. Оп. Так, а топ 200 в 2 на 2 это сколько? Мы топ 400 уже. Да не, Кирюк, тут еще это. Ну, просто интересно. Так. Энс. Это... Блять, что? Энс и какой-то проклят. А, это да? Те, это обиженки те, которые на тебя обиделись. Это муж с женой. Это они. Да, муж с женой? Да, 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 да. Давай жестко, жестко. По Паладосу. По Паладосу? Ну, да, давай, да, начнем по Паладосу. Так я сразу так начинаю. Давай там к Сан-Шаману, раз такой кипиш. Я приканул. Жаба. Я его скинул, я его скинул. Я в жабе. Сейчас сниму глобал, глобал. О, вообще, я сдох, походу. Жулаки. Ну, блин, все, жди теперь. Глобал... Че, че, муж с женой? Да. А кто жена, на Энке, что ли? Ну, наверное, наверное. Блин, странно, там тебя не просаживали, не просаживали, я типа вроде... Подождал, может сразу ну, надо было дать это? Да... КЗ, короче, тут... Ну, не повезло просто. Не, я не зря карточку у меня как вы уже... Я еще не закончил. Короче, делать. Иногда Свят говорит, что там вот, типа, муж с женой под пивко играют. Я, короче, регнул 2 на 2 с каким-то рандомом. Попались эти челы. Убили его и начали ему на лицо садиться, пока я еще живой был, и писать, что муж с женой под пивко. Ну, короче, просто слова свято повторять. Поняли? Муж с женой — это просто мем, когда... Ладно, объясним. Так, это фулл ретрик, поэтому надо в него играть, да? Или что? Ну, а, ты хотел в ДК? Ну, давай, похер. Так, они в меня играют, я подсейвлюсь сразу. Я... Сайленс. Нажал массакру. Я, короче, нажал сейчас херню, и пошла работа. И по ДК тоже жестко. Ты живи, да, живи, живи. Да, я подхилю немного. Бабл. А у ДК зеленки-то нету. Все, он съел где-то. Ирюх, я похилиться хочу. Хилюсь. Давай, 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 давай. А тебя что? Я убегаю, убегаю, вроде. Ой, блядь, ну и бингусик ебучий. Рингусик, согласен. Ножом! А чё у них у хп-то охренеть, лол? Потому что паладин хилит, если не в него играю. Он жестко. Так, ну, типа, съел пьета и что-то да, он так захилил под пиво. Сука! Ну нажал же. Нам надо тоже хилиться, убегать. Пала надо играть, я знаю, ребят. Я знаю, просто попробовать решили. Ну да, потестили, потестили. Я играл по палу тоже, типа я после зеленки нажал. Не, ну я-то... Я-то не играл по нему. О! Наши любимые! Ребята! Давай это, осторожно, осторожно, осторожно. Так, ладно. Ну. Чё, не бежит думал. На меня, ничего себе. Ты чё, вообще что ли, сумасшедший? Я его откинул. Сколько берсерков? Кирюх, ну все, я погнал, погнал. АУЕ, РБГ!
Уха! Такая жесть сейчас будет с варом, это пиздец. Бабл есть, бабл есть. Давай, давай. Там мой Юля мне крутит, Кирюха, я кручу его на своем члене. Это не то. Так, брат, не умри, а то опозоримся. Ты бопнешь меня, если что, да? Бопнешь меня, если что, по-братски? Вот сейчас вот? Я не понимаю, что такое. Он убить меня мог. Да, но я просто этот, в этом был. Сапин. Так, сейчас закиливаемся, закиливаемся. Подхиливайте. Так, я тоже пошел подхилить. Все, сейчас будет второй Starfall, Кирюха. Это будет второе пришествие их... Короче, их смерти. Пока на дотовую так работаю с ними, прорабатываю. Постелил ковер тут. Бля, а что у тебя с хп-то? Давай. Нормально. Чернулся меня. Так, Кирюха, сейчас буду готовить. Я уже приготовил, братка. Надрочил? Начинаю работу. Я триканул, не могу ждать, бля. Сука, черный хуер. Да, бля, они просто... Бля, это хуйня, бля. Просто челы исчезают. Бы государь! Я тебе сразу говорил. Я играл просто один на один, и у меня бывает прок 10 минут, и мне попадается сова с 1600. А у меня 2500. И я стою такой, и типа такой, бля, ну типа... Ну можно же чуть-чуть побить. Я ей даю стан, она нажимает все как дерьмо, и я не успеваю до столба добежать, просто меня уничтожают. Ну я просто стираюсь. Просто невозможно. У них такой урон там, блин. Это у меня спирит гир фул, если что. Это очень существенно, на самом деле. Но спирит гир норм, потому что мана есть, но тем не менее. Так, с рогой, давай. Должно быть. Здесь мы скрипя жопой. Я просто... сразу у него стартану с этими зверёвными. Так, я стартан. Так, ты по тебе. Бля, я тупой. Сапни. Я бабал нажим, да. Бля, я такой тупой, ну что я... Подкилюйся. Я подхилюсь тоже. Надо, чтобы тебя не сапнули, главное. Да, я в комбате с бревен постоянно. Так, он забаблил. Им пиздец вообще, если сейчас так будет. Он сейчас сдохнет, нахуй. Ну, не попробовали тоже. Он клоук не нажал просто же, не? Не знаю. Не, дамаг, типа, по всякой роге, без клоука, это просто дай боже, как говорится. Это Sonic Fox, он из Америки играет, у него пинг большой, скорее всего. Понял. Привет, увидел, что Саня Никс, твой фолловер, так, извини, что... Саня Никс, твой фолловер, знакомый с ним? Ну да, он посматривает, Warcraft смотрел, Starcraft посматривал. Я у него на тоже доту иногда посмотрю и так далее. Не, огонь. Ну, блин, единственное, вот на Вове как бы с чатом не пообщаться. Кто-то пишет на арене. Знаешь, типа, ну стоп, арены ставишь. Ну да, 3, да. 3, 2, 1, все, погнал. То есть такая темка. Так. Никита. Ну что, кайтим? Ну, кайтим, пиздим, как с престом, помнишь? Типа, пиздим его за столбиком ДКшку, да. Давай. Сакрас сходу. Слушай, ну ладно. Давай циклоню до каспула просто. Давай. Можно пета даже побить. Да, пета, кстати, про доту. Паладину дал стан. По нему немножко это... Поиграл. Какой-то КД бы отдали там. Зеленый. Надо... Так, я ДК пошел по мне. Да. Я тебе фридом отдал. Полосой чайку, да. Он триканул. Давай вместе за столбик. Все, только... Смотри, тут на гаргу выбежал. Да, бля, хорошо, да. Удушение. Сайленс. Ну, еще боб даю. Не-не-не. Да. Так, смотри, бегаем вместе. Ну, сейчас это тетю главное. Я АДК меня не бьет. Вот сейчас не бьет. Я знаю, я качу. Вот сейчас, да, вот сейчас погнали. Сейчас так, я в них обоих нажму. У меня стан есть, по паладину даю. Давай, попал, да, погнали. Я сейчас выброшу их из этого херни всей. Желтая сакра, надо его... Бабл есть. Гол лосать? Да. Давай за дальний стол попробуем бежать, за дальний прям. Давай. Ча грипнет меня, по идее. Ну, зеленый. Ну, под фридомом, ты под фридомом должен быть. Да. Лучше. Отлично. Все, хилю. Я отошел, хилю, к себе хилю.
Да мне меня-то не надо, блин. Завожу от пала его, но типа. Так, ну я, короче, пала разогреваю. Сильно бьет меня. Хилю тебя, хилю. Ну я сейчас буду циклонить его, наверное. Не вот сбивает я тебя каст, хилю, смотри. Задом... Почему каст не сбивает? Он задом начинает ходить. Я пошел в другую колонну. Смотри, Люк Старфол через десятку, через десятку. Так, у меня притянул тут. На тебя все блумы. Начинаю раздотку. Все, есть стан по паладину. Да ё, вышел прям. Да, да, ебашу по нему, Кирюха, наваливаю просто навалку лютую. Бля, он убежал от меня, но я... Лютую. Да, да, да. Ну, нормально. Не, ну это, конечно, мое уважение нам. Бля, какой кайф 2DD играть не с этими. 2DD да, не вот... кайф, но когда похилиться, можно вот еще дополнительно гибридный. Вон правильно человеки пишут, человек пишут, на офи поиграй, там с чатом успеешь пообщаться между аренками. Кстати, да, вот тоже, ребят, проки на Сирусе 2 на 2, вот, например, на БГ. Вот хотите на БГ поставлю? Готов поставить, что за 5 секунд прокнет БГ. То есть прокает да, моментально. Народу тонна, все очень играют. Много. Так, это эти, которые на лице тебе сели. Да. Ну давай. Может быть, я откроюсь. Погоди, 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 не беги. Срут, срут по шаману. Он же не может снять. А, не, может, шампал один же. Один, да. Да давай, я просто. Катаем заземление. Я нажал сразу, Кирюх, сори. Покаяние. Сап, покер. Парскин нажал. Сейчас откину их. Паладин сейчас забаблит. Катаем оков. Или не будет. Так, бабл есть. Выхожу к тебе. Да-да-да. Здесь у меня не проходит. Боб, наверное, сразу можешь закидывать. Я не знаю, как не выживать, типа, это какой-то... Я просто убегаю хилиться, но... Ярость шамана. Так, Ра, отлично. Какая еще шамана именно? Давай, не давай, пал, давай. Шамана. Молот правосудия. Тринкую, откину. Шаман, тринка мой. Тридом. Хорош, Кирюх. Нихуя себе, так что меня подхилило? Я флешками хилил. На еще одну. Не, ну здесь мне тяжело реально очень. Пипец просто. Да, да там флешки, я говорю, тут... Не знаю, тебе как будто самому напряги надо поиграть, чуть прочувствуешь. Там вот если я бьюсь, а меня критую, то этими флешками, мне кажется, они прям вообще невозможно убить под ними. Ну тут такое, тут муж с женой под пивко играют, поэтому... Ну, типа, если у него жена на энхе, то мое уважение, типа, у него там ночки веселые, блин. Не, муж с женой это мимас, когда, знаете, типа, выходит чувак там, типа, на варе, он круто играет, то есть он там чаржит, интервенит, и у него, типа, сзади какой-нибудь такой, типа, друид в дереве там, который ходит, вот, типа, назад. Чувак уже 20%, а... У него, типа, хил там, например, задом ходит, тотемы ставит. Ну, типа... Значит, муж с женой играет. После работы. Жена дерево. Да, это прикольно. Блин, у меня рыбка. Я тут подсел. Вообще кайф. На кутабы с картошечкой. Знаешь, что такое? О! Честно, время, кстати, на жесткий одетый хант. Че, мы внизу играем очень или как? Не знаю, Кирюх. Я не знаю. Прицельный выстрел. Ну пошел, давай что-то. Давай пристал за циклонию с пула. Давай. Дал и сразу нажал. У него дамаг вообще эгонистический реально. Скатер трикую. Я замораживающий вообще посрать. Сейчас фирнет меня. Я бабл нажму просто. Сниму тебя фир. И мы немного полосим это дерьмо. Давай. Он просто зубы отдал и эту вот отпрыжку. Отрыжку. Циклонию пристал. Попробую. Нет. 10, блядь, оглушений. Ну что это такое? Дал по присту стан. А, я в заморозке. Okay. А что, они в тебя решили? Я циклоню пристану. Я лосы его пробую. А ты давал свою вот супер штуку? Да. Пристапа, нам надо вниз упасть, мне кажется. Да, да, да. Бьет сейчас нас. Да, 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 давай вниз. Еще один прицельный выстрел. Качу, качу. Ментальный крик. Качу, качу. Сейчас Старфол будет скоро. Ловушка. Да, я фул замораживающий тут. Да, я понял, он не дойдет, не дойдет пока, не дойдет, не дойдет. Ну, пристанем? Нет, ринкета нет на Старфол. Контроль разума.
Стан присту дал. Давай, давай, работай по нему. Может, он умрет, до сайлос просто. Молитва отчаяния. Нет, не умер. Я тебя подхиливаю. Сдерживание. Так, а этому тоже плохо. Да. Сколько приста? Прицельный выстрел. Чё ты циклоню приста? Да, рип... Вижу, 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 я сейчас зациклоню, зациклоню его ДРом и убьем. Бля, ловушка, Свят, не могу. Живи. Флешку сейчас дам, как выйду. Да он меня не бьет, его пет только бьет. Сейчас фир по мне будет. Сейчас стан по... Бля, ну это пиздец. Живи, живи. Я... Нормально, я фужив, я ж фужив, фужив. Там маны очень мало осталось, да, да, да. Я стан престо отдал. Давай циклоню его. Враг смерчи. Замораживающая ловушка. Прилов стало мое. Да, 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 кстати, это нормально. Прицельный выстрел. Есть какой-то реп или стан по-моему? Скоро будет, 20 секунд, 20 секунд. По мне играют, я немного подхиливаюсь. Прицельный выстрел. Я тоже подхиливаюсь жестко. Постоянно. Циклоню приставлю. Тринкану. Я не знаю, мне надо вниз. Я нажал свою херню, нажал свою херню. Да, да, да. Трапа, трапа. Понимаешь? Прицельный выстрел. Блять, тебе надо убегать, убегать, Кирюха. Да, 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 я понимаю. Да, блять, пизду, 6000 он мне в конце. Так же, как я, катить его просто. Типа, да. Ты не убежишь, он так ебет. Ну. Согласен. Да я все момент хотел. Я, понимаешь, я жду, что у меня флешка после удара хоть одна прогнет, но не прокает, блин. Угу. Сука. Прицельный выстрел. На, надо дальше сушить, короче. Ментальный выстрел. Блин, пеньками так, а игра охуенно шла, типа, вот до момента, как вот последний, второй раз он свичнулся. Да, мне надо было наверх идти, наверное. Ну, типа, если он одного из нас пиздит, один кайтит, второй дамажит. Я могу их обоих дамажить, типа, там, присольется. Мне надо было... Ты там пета будешь бить, не такое. У столба просто лем, рядом. Лем с рестор... С Мункиным, наверное, с Мункиным. О, на центр арены не выходим, сам знаешь, как-то работает. Да, да. Поймаем кого-нибудь за колоннами. Ну, я подойду, я вокруг колонны это... Вот так вот поделаю. А сейчас стартуй в него. Дрит вылезет, я его. Ну. Гром и молния. Спаси он меня, нахуй если. Они уже по мне играют. Да, да, обратно просто. Похилим друг друга. Тотем заземления. Жаба. Смерч. Да не страшно, я же это... Я что-то не понял. 8. А, вот Старфол, Старфол, Старфол. Ебать. Нормально, живу вроде. Но у меня сейчас ебнет. Не знаю. Да, дамаг. Блин, да, да, да. А, это, короче, он меня убивает за рут тотем. Я пока решифтую с пингом своим. А, тут дэмэджа очень много. Может улынить по шаме, типа что-нибудь такое, хз. Надо было, наверное, запастись терпением и просто стоять за столбом, ждать демпинг. Все, блин, не знаю. Стоять, они типа стоят на центре арены, на центр арены я выйти не могу, я точно умру. Даже ты, видишь, умер, а... при том, что ты не на центр вышел. А если я бить был в мели, прикинь, это вообще жесть. Легаешь? Ты где? Кирюх, надо там это, а потом мне там на интервью вызывают. Угу, хорошо. Есть? Поесть надо. Ты смотри там интервью аккуратно, а то это, ты же домой еще хочешь.
Так, отлично. О! Короче. Что делаем? Да как обычно с ДК играем просто. Да, да. Потрахиваем ДК и это... Шаман типа. Шаману репы станы. Приятно. Репу дал шаману. ДК бьем. Станому дал. Так, ты живешь там вообще? Да, вроде живу. Зеленочка, зеленочка. Можем полосить вместе только. Да, ну я его только и лосу, он дамажит много. Тебя играет, Кирилл. Угу. Не, он хочет тебя все равно. Я сейчас дорутаю его. Он станет фурута. Все, стал фурута. Шаман не диспелит. Блять, нельзя в руты бить его, мне кажется. Согласен. Все, сейчас пройдет БЛ. Заземление убил. А он и нездыблемый сейчас пройдет у него. Я штан шаману отдал. Сайленс мне. Я скин снял, нажал. Снял. Окей. Репу могу шаману отдать. Давай. Репу дал? Давай. А, нет, не это видимо, этот... Ремот, что ли, стоял? Ой, могу этот. Въебать, могу въебать. Давай, 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 давай. Бля, если выживу. Ну давай, Боб, даю уже, когда давай, будем давай, трахать-то. Давай, давай. Давай по шаману, зеленка пока. Ну так, блин. Ты видел, как я тебя нахиливал? Вообще, кстати, знаешь, что еще? Да, это жестко. В чем прикол с ДК? У него же некротика нету. И я тебя там так нахиливаю, что прям капец. Да, да, это топ. Сколько я нахилил там? А, вообще не нахилил. Но пару флешек дал жестких. Сегодня вообще супер весело играть. Да, я вынужден бегать. Это у меня еще типа два хила в команде. Я расу юзаю на хил, этот круг на... А что мне? Я же не могу под ДК стоять. Он меня трахнет просто сразу за два гугла. Там немного... Прекпал саван, нью мета. Ты под ДК-то можешь стоять вместе со мной, но вот если подает шамана и начнет меня шокать, тебя шокать и пуржить, то тогда не можешь. Да, Кирилл. Вдвоем мы можем его вообще легко пиздить. То есть мы в теории, я видел, как там R1 играют с ДК, рек ДК, они от вара бегают и вдвоем его пиздят и подхиливаются. Так, едем, едем, едем. Строгай, строгай. Угу. Да, еду. Тогда не едем. Не сразу сообразим. Едем. Если меня скроются, надо скрываться. Я прек, я не этот, я не выжил. Диспельсяй эту херню. Я нажал, нажал. Заезжаю по ним прям. Хоррор. Бля, диспел, я старфоли, старфоли. Кир. Хилюся. Блайндерн, блайндерн, не тринкую. Я хилюсь. Ща пойду к тебе, я тебя хилюсь. Он сапи? Могу с коню. Рогу с коню. Сайленс, но я с коню. Я снял, я снял, снял. Не, походу габелла. Хилю, хилю. С коню ДРом. Кристо, не выходи, не выходи. Враг смерч, ментальный крик. Тринканул фер. Смерч разорился. Ищади тьмы, враг смерч. Ну бля. Да, это жестко. Да, здесь тяжко что-то. Надо сразу вскрываться, нельзя давать присту меня пиздить, да. То есть я не прот, я тут... Да. Привычно. Вот он начинает этот? Да я в принципе, просто... А. Если он в меня кинул что-то, то чтобы не сапнули, можно бахнуть, наверное. Ну в идеале, наверное, бежать в этот просто. Как его? В желтой сокре. Да. Я не могу просто взять и бежать, типа, ну, либо мне стартовать с, чего, с, постел, с, ну, чтобы все сразу видели, что я Мункин, либо... Ну, типа, наверное.
Так, Кирюх, я ищу пару и на перекус. Угу. Я по супер активно. Ну, с концами имеешь в виду. Ну да, я потом пойду смотреть кино. Настоящее. Ну, мы играем на Тирусе, ребят, напоминаю, на лучшем сервере вообще. На самом живом. Посмотрите, и Проки. Да, Проки вообще огонь. Что на БГ, что куда угодно. Soul Seeker X1, да? Сервак. О! Ой, это что? Это рестор. Охренеть. Давай рестора бить, вара контролить. Типа, я же рутать его могу. Ну, давай или попробуем. Чё? Не знаю. Я не знаю. Зарутал его, все. Идем, а, это а, прот! Охереть. Забей. Я не знаю, что делать. Дом так стоит. Пусть стоит, давай, бить это. Я его скидываю сейчас буду. Так у него иммортала нет, я тебя хилить буду, пока да. Он сам упал, лол. Ну давай, я сейчас. Ну, прота хороший урон. Рефлинг закончился. Так, сейчас обдотаю, барскин нажал. Дотаю друида. На, я стан друиду дал. Дубовый после дубу... А, сейчас повар, сейчас повару, сейчас повару резко. Я в пире, я не хочу это линковать. Не вижу смысла. Он шиве, шиве, шиве. Ты понял, Вара. Тебя засклонил. Окей, хилюсь, хилюсь, Кирюх. Я тоже... Я тоже тебя хилю, я... Рефлик закончился. Смерч. У него, смотри, нет мортала, тут спокойно. Не форсируем, аккуратненько друг друга похилим. Просто на фулл хп держимся и все. Все, я пошел опять под рулю иду. Блин, вот тут бы напротив, я бы вообще, наверное, как-то... Стан сейчас дам друиду. Удар щитом. Рефлект даю за он. Рефлект закончился. Смерч. Так, я сейчас вара зациклоню и сам я в циклоне. Тринкет. Тринкет. Я сдох. А почему я сдох, блядь? Ну у тебя пол хп был, он допушил. Удар щитом. Я барскин нажал, хилку нажал, то есть я свои кнопки нажал. А где мой этот? А, может, меня батлмастер прокает? Что, мне батлмастер не очень нравится, если честно. Он как-то прокует. Ну я вообще, кстати, не очень, мне кажется. Ну да. Ну, один раз зацелил. Не, это какой-то... Это какой-то кринж, типа, игровой был сейчас. Прот. Прот с рестором. Ну туда, я тут надо... Я забыть. Да, давай. Он мне, ну, за глобал снес 50% КПС еще. Не, он много сносит, у него есть кнопки. Просто у него нет мортала, и типа... Поэтому там надо постоянно фулл хп просто быть. Ну, я не могу фулл хп быть. Ну, я стараюсь подхиливать. Да, я тоже подхиливаюсь. Вот ластецкие. Давай. Вот ластецкие топовые пошли. Враг смерти. Как его тёлка меня заебала, она просто меня нон-стоп вот этой дрочит этой чернёй своей. Да, как я... Убить, да, давай, давай. Щит земли. Все, въехали. Я побегал 10 Больше секунд в контроль. Я живу туда. На тебе флешку. Телочку, телочку, Кирюх. Да, 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 да. Сейчас выйду из контроля. Ага, сейчас вот из этого теперь. Я в хексе. Откинулся эту братья. Вызвать хочет. Новую вызвал. Давай по новой телочке. Пол хекс отбегал, все, работаю. А, да, отлично, отлично, Кирюх. Убивай, девочка, не убрём новое дело. Сбить ей каст какой-нибудь. Не могу, Кирюх. Не умеешь так? Ну тогда я стою. Батюшки, Иисусе, меня тут чпокает. Тотем заземления. Ты тоже ладонь. Я тебя, я просто дисплейну. Хилю тебя. Я ушёл, я ушёл. Ну я там варлок, там варлок был. Страх. Бля, ну я бы точно сдох, если бы вышел.
Что-то мало хила доходило почему-то, не знаю. Шаман что ли дамагает. Нормально, тёлочку вторую почти убили, надо на нормальной арене поживем просто. Так, ру можно желтую нажать. Вот она, вот брана, вот она. Она находится вот здесь, вот. Вот это называется кулдаун, когда вот так вот. Не увидел, бро, а зачем написал тогда? Иногда да. Так, Юрик, что ставишь ластовую? Давай, блин, следись, 1800 плюс был. Нормально. Уже 10 час арены. Ну весело, главное, что бездушки. Бездушка. Ну все, вот сейчас их выиграем и на плюс морали. Угу. Увидеть дай бы. Сап, дай сап шаману, в телочку уезжаем, да? Или что? Да. Ага. Локот. Это какой-то очень скриптованный лок. Здесь телочка, о, увидел. Я стою вот пока. Я сакру не жму. Блин, почему мне не горит девушка тотем замедления? Так, я в жабе снимешь? Заферял девочку. Начал ее бить. Конечно, шамана. Давай. Ужас. Я перен, жажда крови полосы? А. Коллективно. Ну да, где интересно? Делюсь. Лик смерти. Дошел. Так, все, я за девочкой. Страх. Давай. Блин, она меня. Я танкал фер. Аутбол, да. Сейчас надо пережить этот, ну ты понял. Угу. Пережить 100 феров. Так, я стан шаману сейчас дам. Я в фере. Давай далеко, заедем сейчас. Ты далеко, да. Ну я заезжаю по шаману. Я уезжаю похилиться. Давай. Бабл нажимаю. Ну так больше под... Поезд здесь. Да вообще, ну, хуй знать. Нормально. Подожди, я сейчас что, все нормально. Бью девочку. Давай. Сейчас они где-нибудь объявутся там. Страх. Наверное, или нет. Не, ну то, как фир мне прилетает за колонну, это невероятно. Жаба. Я сдох. Жаба. Подхилил тебя. Сдох. Да, забей. Забей. На этой карте мне очень сложно еще. Че, подстопаем, может, тогда? Давай. Спасибо за игру, Кирилл. Было вообще офигенно. Ребят, сегодня про урон. Если что, урон не считается. Урон в девочку на арене здесь не считается. Да, нормально, поиграем. Да. Давай, на свете, хорошего стримца. Давай, спасибо большое. Еще поиграем, давай, пока. Так, ребят, ну че? Все, поиграли, пойду отдохну, пойду поем, и попозже подрублю, наверное, дотку, может быть, турнирную игру какую-то глянем, мне даже тоже интересно, может быть, просто поиграем в доту, может, варик сегодня еще поиграем, короче, сегодня хочется поиграть. Аддон для Сируса на форуме, Сирусу, вот прям там на форуме. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Регуйтесь на Сирусе обязательно. Вы как по ссылке переходите, моя рефералка сразу вводится. Вот, жду вас, соответственно, в гильдии. Пишите клювожору инвайтики. И я пойду отдохну, с семьей пообщаюсь и полежу. Помою башку, кстати, я не мыл перед стримом. Ну и, собственно, вернусь к вам. Спасибо, что смотрели на WoW. Те, кто смотрит WoW, это прям жестко. Все, ребят, пока-пока.